Друзья, всем привет! С вами на канале Твой Игровой. Сегодня Денис, Алина, Никита и Филипп. Мы поиграем в настольную игру Форт с дополнением, Боя. Скорее всего, кошки и собаки. Угу. Поздравим нашу Алину, во-первых, с дебютом. Сегодня она в первый раз на канале расскажет нам всем правила. Ну что ж, Алина, это приступим. Итак, что у нас вообще за игра на столе? Мы непоседливые дети. А что нужно вообще детям по жизни? Игрушки, пицца и самый лучший форт во дворе. В чем заключается суть игры? Мы будем играть на победные очки. У кого форт лучше, тот и круче всех. Для того, чтобы победить, у нас есть несколько вариантов развития событий. Первое. Мы можем построить форт, улучшить форт до 5. Таким образом, мы получаем поделку из макарон, и это ознаменует... Ну, там, короны из макарон. Прикольно. Это значит то, что игра заканчивается, и тот, кто забирает себе поделку из макарон, дополнительно получает 4 победных очка. Также игра может закончиться, как только кто-то из нас наберет 25 победных очков. Ну, и, соответственно, если кончатся карты в парке. То есть, если колода заканчивается, игра также заканчивается. Собственно говоря... Да, она? Да, колода парка, я показала. Нет, я переспрашиваю, я тупой же. Давайте с вами разберем структуру карт, чтобы вам как раз-таки было проще разбирать, выбирать карты на драфте. И структуру планшета. У нас есть карта. Здесь в левом верхнем уголке у нас масть карты. У нас есть несколько мастей. Это там, скейтборд, лопатка, клей. В общем, 6 мастей и монетка в качестве джокера. Пакет. Это масть. Она будет нам помогать тогда, когда мы будем разыгрывать карты. У нас есть первое действие, общее действие. Его могут выполнить все участники. Также есть личное действие, которое может выполнить только тот человек, который выкладывает эту карту. Соответственно, касательно первого действия, там потом будет дополнительно, я поясню, будет возможность повторять за лидером, который выкладывает эту карту. Это действие, опять же, можно повторить только тому человеку, который ее выкладывает, то есть лидеру. Ну и, соответственно, вот у нас есть кликухи, вот док, заумняшки. Это просто прозвища, они прикольно. Никакой смысловой нагрузки не несут, просто это прикольно. Это для иммерсивности. Да, карту разобрали. Карта, масть, общее действие, личное действие. Затем у нас есть планшет, соответственно, знаменующий наш форт. Так. Что мы на нем видим? Мы видим на нем двор. Сюда мы будем складывать карты из руки, которые потом впоследствии другие игроки могут забрать себе, выбрать персонажа. У нас есть тайник, в который мы можем поместить до 4 игрушек и до 4 пиц. Вот у меня уже 2 мишки там есть. Ну, мармеладные мишки нет. Вот, друзья могут их съесть. Помянем. У нас есть форт. Это как раз таки то, ради чего мы здесь собрались. У форта есть 5 уровней. Мы на нулевом уровне. Нулевой уровень позволяет нам иметь одну карту на вышке. Ну, то есть 0 и плюс 1 карта на вышке. И в рюкзаке 0 и плюс 1. То есть мы можем положить что-то одно в рюкзак и положить одну карту на вышку. Затем, для того, чтобы улучшить форт до 1, 2, 3, 4 и так далее, у нас вот здесь в промежутке показаны символы. Белые — это ресурсы, любой ресурс. Желтый ресурс, соответственно, пицца. Голубой ресурс — игрушка. То есть для того, чтобы улучшить форт до единицы... Да. Для того, чтобы улучшить форт до единицы, мы тратим 2 любых ресурса. Соответственно, получаем карту особых правил, это вот эта колода, на второй получаем бонусы, тра-та-та-та-та, в конце игры получаем поделку из макарон, победитель. Здесь, конечно же, различаются ресурсы, чем выше уровень, тем больше ресурсов потребуется. Что нужно для того, чтобы улучшить форт? Для того, чтобы улучшить форт, нужно разыграть специальную карту, то есть у нас есть в колоде карта... Возможно, если повезет. Нет, не повезло. Есть карта с символом форта. Вот, с значком. Вот, форт плюс. Вы разыгрываете эту карту, и если у вас есть нужное количество ресурсов, вы можете их заплатить и, соответственно, повысить уровень форта. И получить за него очки. То есть мало того, что да, вот, форт плюс. Вот у Никиты есть личное действие, только он может повысить форт. Остальные за ним повторить не могут. Вот он может повысить уровень форта. Получить бонусы дополнительно на первом, втором и пятом. И, соответственно, победные очки в конце игры. Ну ты лось, конечно. Лось. Да хорош. Зато форт он здоровый. Да, да. Ну, он пошел там. У него с песочком, ты посмотри, он сейчас форт отстроил. Да, нифига там ведерочка. Ведерочка. Ведрышко. Также у нас на планшете игрока есть рюкзак.
Здесь мы можем хранить фишки игрушек и пиццы на одну больше, чем значение форт. То есть, если у нас форт нулевого уровня, мы можем положить один ресурс, если одного, то два ресурса, ну и, соответственно, ну, плюс понятно. Один. Угу. Вот. Также у нас есть вышка. Сюда мы тоже по особому действию можем выкладывать карты. То есть у нас на карте есть особое действие добавить карту на вышку, мы ее добавляем, и больше с вышки мы ее достать не можем. То есть разыграть ее, вот, да, вот таким вот образом. Мы можем при розыгрыше карт использовать символы отсюда, то есть если это требуется, но саму карту с вышки мы достать не можем, сбросить мы ее не можем, выбросить и удалить из игры тоже мы ее не можем. На вышке она и все. Она остается на вышке, да, ты можешь пользоваться только ее мастью. Все остальное для тебя недоступно. Ну, соответственно, с планшетом мы разобрались. У нас есть карточка первого игрока. У нас есть две карточки лучших друзей. Можно, в принципе, их посмотреть. Они со звездочкой. Вот, сейчас в драфте они не будут участвовать, но как только мы наберем 8 карт, мы их перезамешаем вместе с картами и отберем, соответственно, 5. Они могут попасться вам в руку, когда вы будете играть. А лучшие друзья у всех свои, да? Да, разные. У каждого два разных лучших друга. Из чего состоит игровой процесс? У вас смешные лучшие друзья? Не, мне два одинаковых попались просто. Ну ничего, страшного, нормально. Нормально. А, я же думаю, там вроде Буду играть от этого свойства, значит. Но они могут тебе прийти в руку, а могут и не прийти. Ну, понятно. То есть это тебе никакой гарантии я не понимаю. Дает. У нас есть игровой процесс. Из чего он состоит? Из 5 действий. Первое действие — сбросить карты со двора. Раунд. Как только из 5 раундов. Сбросить карту со двора. Вот здесь у нас во дворе будут выкладываться карты с руки, которые мы не разыграли. То есть вот здесь тоже особенность. Надо разыгрывать карты сразу, никуда их не пасти, потому что они могут перейти сопернику. И ты можешь просто, они тебе уже потом не вернутся никогда, поэтому надо вот, важно понимать, что это надо отыгрывать сразу. Первым действием мы собираем карты со двора, но так как у нас в первом раунде карт во дворе нету, мы его пропускаем. Затем мы, фаза розыгрыша. У нас есть, какие у нас варианты, когда мы наберем 2, 3, 4, у нас будет 5 карт на руке. Мы смотрим эти карты, соответственно, выбираем действия, которые мы хотим выполнить на них. Опять же, напоминаю, верхнее действие у нас общее, нижнее — личное. Мы выкладываем одну карту из руки. Например, я хочу разыграть каляку. Каляка-маляка. Каляка. Художник. Так. Да, ну вот у него тут. Да. Ну, ой, Гарфилд. Каляки. Кстати, Гарфилд. Мы выкладываем, это разыгранная карта. Ага. Мы ее разыгрываем, и я хочу, например, выполнить верхнее общее свойство. Я получаю игрушки по количеству клеев, которые я могу выложить. Если у меня в руке есть еще возможность выложить клей, я говорю, я добавляю карту, вот так вот, под низ. Ее свойства я разыграть не смогу, но ее мазь будет учитываться в количестве, ну вот в подсчете вот этого действия. И сама она учитывается. То есть один, и плюс еще карты, которые подложишь. Плюс форт. И плюс форт. Если у тебя в форте, да, есть та же мазь или монетка, ты тоже можешь ее использовать. Угу. У меня каляка, два клея, я получаю две игрушки. Вот я разыграла карту. Игрушка, вот это означает вот сюда, в тайник. Да, вот, положить в тайник. Для того, чтобы добавить в рюкзак, это нужно, опять же, отдельное действие. То есть вот это мы берем игрушку, добавляем ее в тайник. Соответственно, если она нам не влазит, мы ее не берем, нам нет смысла дополнять. Вот еще что важно, как, не, ну, тут не получится бездумно выкладывать все карты, которые есть этой масти, потому что они могут не влезть, и она просто зря уйдет. Вот, мы получаем клей. Получаем клей. Также я могу лично выполнить, получить победные очки за каждую ресурс в рюкзаке. У меня ресурса в рюкзаке нет, поэтому я его не выполняю, соответственно. Если было бы, например, вот тут то же самое. Ну, пускай. Если бы там было какое-то другое личное действие, я могла бы его выполнить. То есть ты можешь выполнить вот это, либо оба сразу. Либо оба сразу. Что-то одно, либо оба сразу. Опять же, если согласно условиям. Если условия выполняются, выполняем. Если нет, логично, что нет. А мы в это время что можем сделать? Вы можете подражать. Так как я выкладываю карты, я лидер. Да. А вы можете быть повторюшками-хрюшками, грязными лягушками. Если у вас есть такая же масть, соответственно, вы ее сбрасываете с руки, да, и выполняете действия лидера. То есть вы... Ну, то есть вот клей себе могу сделать. Вот да. У вас один клей, ход. Вы получаете один ресурс. Скинуть можно только одну карту. Одну карту, одну. Да, можно сбросить. Да. Вы получаете одну игрушку. Соответственно. Ну, соответственно, если у тебя еще клей есть на этом, то прибавить. Да, да, да. То есть понимаю. Ты учитываешь, ты получаешь количество ресурсов именно за те карты, которые у тебя, а не суммарно с лидером. Угу, угу.
Вот, опять же, может быть такое, то, что если лидер разыгрывает, вот, например, свойство обменять пиццу на игрушку или наоборот, вы выполняете только то действие, которое выполняет лидер. Если лидер меняет игрушки на пиццу, вы меняете игрушки на пиццу. То есть не так, как вы хотите, а как, ну, вы подражатель, соответственно. Угу. Вот, сбрасывайте только одну карту. Если вы сбрасываете монетку, то только вот по одной масти, которую выбрали. То есть там, чтобы монетка, она только вот за клей отвечает. Соответственно, если вот у меня было бы на форте тут клей, вот здесь клей, я его суммирую, получаю очки. В тайник влазит, замечательно. Не влазит, значит, сгорает просто ресурс бесполезно. Вот. По поводу подражателей как раз-таки, да, можно подражать. Можно подражать Никите, можно подражать Филиппу. Каждый раз, пока есть возможность подражать, подражать можно. Но там вот одна карта. Да, все тут написано в памятке. Mm-hmm. Да. Также нельзя сбрасывать карты с вышки при подражании, как в принципе и в обычной игре, да. И вы обязаны выполнить действие целиком. Даже если вам не влазит. Вы выполняете целиком, остальное сгорает. Mm-hmm. Если бывают особые случаи, когда лидер может разыграть карту с монеткой. У меня такой нет, но если у кого-то есть монетка, вот я, например, разыгрываю монетку, да, вот, я говорю то, что это клей. Да, и теперь... я вот, например, выполняю особое... Нет, ну, тут, допустим, есть, есть действие, да, получить пиццу за каждый клей, да. Я назначаю масть монетки, и все, соответственно, скидывают клей. Да. То есть, как назначил лидер. Вот. Угу. Вот. Ну, вроде по поводу этого все. Также сбросить карту с несколькими символами масти. Дальше. Угу. Переходим к третьему раунду. Это фаза знакомства. Мы заводим новых друзей или переманиваем чужих друзей, которые не захотели играть с из парка или со двора. Соперниками. Да. Какие есть возможности? Прикольно. Мы берем одного друга нового из парка, с соседнего двора, соответственно, либо сверху колоды парка. С ними не захотели играть, иди к нам. И ты такой, типа, брат, иди, мы будем с тобой играть. Мы строим форт, иди нам, помогай. Да, он вообще бяка, с ним не играй. Да, можно украсть ребенка со двора, можно украсть ребенка из парка, можно украсть ребенка верхняя карта с колоды парка. Нет, никаких детей, не воруем. Затем у нас идет четвертая фаза, фаза сброса. Мы помещаем все разыгранные, добавленные карты, разыгранные, вот это добавленные карты считается. Мы их помещаем, и также лучших друзей, помещаем лицевой стороной вверх в личный сброс. То есть, если у тебя в руке остался на конец раунда лучший друг, он идет в сброс. И ты его не разыграл, он уходит в сброс. Он лучший, он не уйдет от тебя никому другому. Он честен и предан до конца. Угу. Сброс открыт, соперники могут его просматривать. Ну, как и во всех колодостронах. Да. Оставшиеся карты, которые не разыграны, не добавлены и не лучшие друзья, мы выкладываем вот так вот лицевой стороной вверх. Они во дворе. Они во дворе, лицом к сопернику. Ага. Соответственно, в третьей фазе можно забрать их кому-то из соперников. Да. Фаза 5 – добор. Берем 5 карт из своей колоды. 1, 2, 3. Если нет, сброс. Все. Добираем, продолжаем. Погнали. Ну, по действиям осталось, да, разобраться? По действиям, да. Строить форт мы разобрали. Да. Тратим ресурсы, продвигаем здесь маркер, да. Получаем бонусы. Вот, смотри, например. Вот, это рюкзак, да, действие с рюкзаком. Вот, добавить... Рожа соперника. Добавить копию ресурсов из рюкзака соперника в твой тайник. Да. Если у тебя нет пиццы, а у Филиппа есть, ты добавляешь пиццу Филиппа в свою, ну, как бы, копию... Mm-hmm. Копию ресурсов из рюкзака соперника. У него можно спереть. Копию, ну, если у него две пиццы, копируешь. Одну можно убрать. Нет, копия. У него, допустим, две пиццы, ты себе две пиццы просто кладешь. А, ну, вот. А, вот это вот скидка в один ресурс, да, то есть построить форт со скидкой один в один ресурс. Дешевле, да. А вот это есть вот больше это. На один. Вот это положить ресурс из тайника... В рюкзак. За каждый скейт. За каждый скейт. А, сохранить ресурсы в рюкзаке, да? Да, то есть у тебя тайник уже начинает переполниваться, потому что в основном ты получать будешь тайник. Я так понимаю. Да. Дальше. Ну, а дальше там возникнет, дальше когда... Дальше будут выходить, если что, смотри, будем... Это получить пиццы, получить скейт, любой. Получить, да. Вот это скинуть карту. Треугольничек означает затем. То есть ты скидываешь карту.
затем берешь игрушку. Игрушку, скидываешь карту, это вообще из игры уходит. Да. И у тебя... Ну, это на разорванное, это типа утилизация. Вот, удалите карту из своей руки или своего сброса. Это... Удалить, не скинуть, удалить. Удалить вообще из игры. Ну, это чистка колоды, короче. И получить игрушки за каждый водяной пистолет. За умняшки у них просто две книжки. То есть, когда мы будем их разыгрывать в качестве добавленных, они суммарно добавят... Ну, две масти, двойная масть, да. Понятно. Да, либо их на вышку лучше отправлять, они пусть они там тусят. Угу. Скинуть пиццу за победные очки, и это можно сделать столько раз, сколько скейтов. Да. Да. Угу. Прикольно. В принципе, вот. Тут, в принципе, понятно. Вот у тебя на памятке все расписано. Завести друга, это ты можешь опять же взять с парка или и со двора. Со двора. А, еще из колоды можно. Можно, да, парк, верхняя карта колоды, либо двор. Да. Когда заводишь друга, куда ты его берешь? Сброс? Сброс. И со двора вот этого тоже в сброс. Да? Все, что ты набираешь, все друзья, которых ты призываешь новых, он один уходит в сброс. Так, вот это понятно. А... Да, конец игры опять же, 25 победных очков, вот, 5 баллов форта, поделка из макарон, потом еще плюс 4 очка добавят, либо когда качаются друзья в парке, все друзья разошлись, игра тоже закончилась. Все, давай, поехали. Так, а на вышку еще раз как карту добавить? Действие дополнить. Вот, у тебя есть, вот. Где да, дерево, поместить из руки карту на вышку. Все понятно. Значит, мы будем еще же играть с дополнением. Кошки и собачки. Да, мы играем. В принципе, все базовые правила. Сейчас мы сделаем склейку и расскажем, что у нас в дополнении. Да. Угу. Маркиз. Да. Итак. Кошки и собаки. У нас есть будки. Соответственно, есть собаки, которых туда можно положить. Собаки у нас лучшие друзья. Они будут замешиваться в колоду с лучшими друзьями, но при этом собаки, пиццей их не накормишь, игрушками их не задобришь, у них есть свои хотелки. У каждой собаки сверху вот написано, например, уровень форта хотя бы один, и добавьте два скейта. То есть удовлетворяем форт, удовлетворяем количество скейтов. Уровень форта хотя бы один, добавьте два клея, соответственно. Угу. Два клея — это прям к ней. Да, да, да. Докладывает. Ну, то она, и плюс еще собака на карта. Любит клей. Ну, токсикомат, что не поделаешь. Так. Если удовлетворяет условия, получите до 3 любых ресурсов из запаса и поместите в свой тайник или рюкзак в любом сочетании, положите тыкву под вашу будку. Вы собаку приручили, она вас теперь любит, вы кладете ее себе под будку, и теперь это ваш пес. Он не влазит в будку, но это не важно. Ну, ей надо ножницы, нужно вырезать. Да, конечно. Он толстенький, наелся пиццы, в будку не влазит. Собака у вас, она никуда не уйдет. Те собаки, которые остались у вас на руках, уходят во двор и могут убежать к Никите. Например. Например. К соседу слева. К соседу слева. Все собаки бегут к Никите. Все собаки попадают в рай и бегут к Никите. Соответственно, они обязательно уходят к соседу слева. Да, обязательно уходят к соседу слева. Если они со двора. Если они в будке, уже все. Они шарик на привязи. Да, приручены. Да, приручено. С собаками понятно, собак мы замечаем. В конце партии игрок с наибольшим числом собак получит 7 победных очков. На будке, в принципе, все написано. По собакам. Ну, вдруг такая маленькая память. То есть обычная карта, которая разыгрывается, может быть, разыграна с руки, но там, да, в отличие от этих, их нельзя еще на вышку положить. На секунду задумался, зачем тебе пес, переворачиваешь 7 победных очков, все, и снова живешь. Вот, а котики у нас это... Это бонусы, но котики у нас, они характерные, у них нет хозяина, и вообще им на всех по барабану. У кошек нет ни масти, ни кошек нельзя ни разыгрывать, ни сбрасывать, ни удалять. Вот они есть, красивые, любите их такими. Они никогда не попадут к вам в руку, они просто будут кочевать по дворам. Ну, такие, типа, где накормят, там и здорово. У кошек есть срабатывающие способности, как, например, вот Живчик пришел ко мне во двор, потому что у меня в конце хода хотя бы две лопатки во дворе было выложено. Угу. Перед вашим розыгрышем карты можете сбросить одну карту из руки, чтобы взять одну карту из вашей колоды. То есть вот такое у него свойство. Как только Живчик пришел ко мне во двор, у меня срабатывает его особое свойство. Как раз-таки свойства срабатывают перед розыгрышем карты. В общем-то и все. Тот, кому в конце игры пришло больше всего кошек, прибежало, тот и молодец. Он получает тоже... Ну, у кого тоже... в конце игры сохранится. Да, сохранятся. Что потому они... что они каждый раз будут убегать, да, и важно, чтобы удовлетворять всем условиям, чтобы котики прибегали именно к вам.
В конце хода просто не забывать проверять по кошкам, какие условия ты выполняешь. Да. Чтобы хотя бы две короны было во дворе, две лопатки, вообще без карт во дворе, либо наоборот, чтобы хотя бы три карты во дворе было. То пельмень, есть... бояка, пельмень, живчик и маркиз. С короной. Ну что, ну, у него... в принципе, понятно? Да. Давайте драфтить. Вполне себе. Давайте. Я вот этого хочу. О боже, уже надо. Ну, сейчас же в закрытую кладем просто. Ну да, да. И передаем налево. Да, сейчас, подожди. Нет, Никитос. Так ты подожди, он еще должен все запомнить, которые мне передаст. Ну, это да. Там стратегию на лейт просто. Держи. На лейт. Да, а как ты хотел? Оу! Сложно. Сложно. Да ничего сложного. Берешь, играешь. Ладно. Неплохо. Инфографики. Инфографика, в принципе, очень понятная такая. Держи. Я с карт ору. Они клевые. Пипец, блин. Какие-то уже пипец. Да, все да не, все нормально. Да. Ой, подожди. Он там уже все просчитал. Самый спокойный драфт в мире из всех, что у нас было когда-либо. Когда он, кстати, не выбрал. А мне почему ничего не прошло? Потому что я еще не выбрал. А, Никита уже смотрит. Не смотри. Не смотрю. Спокойный драфт, говоришь? Сейчас получишь. Промарну. Да достали. Это не надо. Во, вот это надо. Сейчас. Блин, а что я с этим буду делать? Хороший вопрос. Ну, давай вот так попробуем, я хз. Все? Подожди. Сколько у тебя карт? Две. Что, пуделя никто не хочет брать? Да там ты видел, какой уровень форта нужен? Ну, два. Стойте. Что-то тут поломалось. Что? Три карты. Три карты. Три, четыре, пять у меня тут. Ага, вот так вот, значит, да? Угу. Значит, так вот. Вот так вот. Так-то понятник, понятник. Давай вот так. Хорошие карты. Пацан. Я ржу такой панк репей. Покажу сейчас. А собак можно добавлять к картам? Да. У них масть есть? У них нету. Есть масть. Есть. А, есть, точно можно, да. Конечно, можно. Ну, последнюю оставляем, получается, себе. Там, где не стоим. Подожди. Ладно, возьмем пудель. А какая разница, оставляем себе? А, ну все, ништяк. Пудель-шмунь. Так, теперь мы что должны? Плюс две карты друзей. Замешиваешь? Мы замешиваем, выбираем пять карт. Выбираем? Нет, в смысле, сдаем. Сдаем, да. Блин, ну, ладно, потом в конце скажу. Угу. Пока по правилам. Довольно интересное взаимодействие в колодостроях. Вот это вот то, что можно скопировать действия. Вот сюда кладем. Она у нас. 5. Справа, да, колода? Ну, да, да, где хочешь. 5, ну, просто 5, у меня место хочешь. Справа есть. Ну, я слева. А, вышка. Вот сейчас она будет. Повыше. Пять карт, да? Раз. Ой. Ну, пожалуйста. Yes. А как я это сделаю? А никак. Прощай, песик называется. Ой. Боже, Филипп, что за трагичный. Бежит он, блин. Дай хай бежит. Пожалуйста, один вопрос. Угу. Подскажите,
Нет. Вот это ресурсы, это любые ресурсы, что в первый уровень, один любой, один такой, во второй или как? У тебя белый это любой ресурс, да. Желтый это пицца, синий. Тратим игрушки. Отсюда, да? Конечно. Да. Ну, либо можешь из рюкзака, если они у тебя там есть. Окей. То есть откуда хотим, оттуда и тратим. Главное, чтобы да. Да, это окей. Не принципиально. Я хожу первая. Так уж и быть. Разыграем шницели. Чего? Ну-ка. Вот так. И плюс еще добавить к нему два. Так уровень форта хотя бы один. У тебя уровень ноль. Блин, а я уже обрадовалась. Ты че, собак сначала брать смысла нет в руку. В том-то и дело. Зачем ты их брала? Ну они сейчас будут бегать. Естественно, собаки еще не определившись. У вас во дворе ничего нет. Что там делать собаке? Тогда... Играю вот это. Я получаю пиццу за каждую книжку. Добавляю книжку. И плюс я еще могу выполнить свое личное действие за скейты. Могу еще добавить скейты. Подожди, сначала ж мы должны повторить, кто хочет. Нет, сейчас смотри, сейчас она сейчас полностью делает, отыгрывает, да, потом мы копируем. Потом будем повторять, да. Пиццу за книжки. И второе действие, ну пусть вот так, чтобы вы не запутали, чтобы вот это общее действие, вот это личное. Ну, в смысле, вот так. Какая разница, мы все равно смотрим только на свои добавленные. А, ну вы же видите, да, что там. Итак, я получаю пиццу за каждую книжку, у меня их две. Угу. Получаю две пиццы. Ну, а какой смысл тебе еще три пиццы, ты на меня тебе не влезет? Ну, я хочу. А, ну пусть будет вот так. Okay. А еще две пиццы за еще два скейта за личные действия. Чтобы во двор их не пускать на повар. Карты. Угу. Повар спрашивает повара. Теперь вы можете повторить общее действие. За книги, правильно? Да. За книги получать пиццу? Угу. Не хочу. Офигел, что ли? Я думал, мы друзья. Ну и за монетки, соответственно. Не-н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 е. Все, остается Никита, ходи. Нет, давай закончим код. Что? Это взброс. Да. Нет. Нет, оно остается как. Ну, его может ход. Вниз куда-то положить. Да. Просто чтобы оно не мешало. Нет, все смотри. Так, давайте доиграем, да. Мы разыгрываем, добавляем, да. Соперники повторяют. Потом в свой сброс одну карту с парка, это уже отдельное действие. Вот, то есть они пока сейчас, остальные. Сейчас твой ход, он еще не закончился. Твой ход не закончился. Порядок хода это. Делай третье. Из колоды, если два раза не могу, с парка, будет веснушка. Вместе с разыгранными это теперь взброс. Не влазит ничего. Подвинь. Вот. Дальше, на руке у тебя символы звездочек остались? А, нет. Клади это взброс. Это... Нет, вот это взброс, а это во двор. Да, да, да. Вот так, а это сюда. Вот. Пёс сейчас ушел. У нас пес, ну не факт, что его заберут, если он кому-то нужен будет. Угу. А, или нет, они обязательно. Старт. В начале хода он убежит, да. И теперь проверяешь в конце хода кошки у тебя. Придут, у нет. Не придут. На двух скейтов. Хотя бы три, двух скейтов у тебя нет, нет. Забираю. Да, карты. Ни один код к тебе не пришел. Давай. А сюда когда добавляются карты? Сразу. Сразу когда берешь, да? Репей пришел. Панкуха пришел, братан. Угу. И давно ты панк. 6-18. Так, хорош, ладно, поехали. Давай тогда. Кстати, мы не прочитали вот эти бонусы, но они даются только, когда третий уровень форта будет у кого-то, может быть, взять, да? Да. Можем прочитать. Ну, когда придет, прочитаем. Ну, надо знать уже, за что бороться, потому что что-то уйдет раньше, что-то позже. Свой ход, выполняя перенос карты на вышку, можете помещать карту из парка, из колоды парка или из любого двора. Ну, то есть, не с руки, выбор, а короче, да. Любую, да. Грубая игра. Вместо подражания и когда соперники завершат подражание или откажутся от него, можете удалить эту карту, чтобы удалить разыгранную лидером карту. Если вдруг не хочешь выполнять действия. Mm-hmm. День рождения. В конце своей фазы знакомства можете выбрать еще одну карту из парка или колоды парка. А, по две карты добавлять, да. Короче. Mm-hmm. Здоровецкий ранец. На два ресурса больше. Можете хранить в рюкзаке на два ресурса больше. Начиная сначала, в свой ход выполняя действия карты. И после того, как соперники закончат подражать вам, можете удалить эту карту и разыграть еще одну. Можете усилить действия, соперники могут подражать вам. Сложно. Да. Ладно. Давай вот так. Подожди, начинается твой ход. Да. Сбрасываешь карты с двора. Нет. Ага.
Вот, я разыгрываю и получаю одну пиццу в тайник за каждый скейт. Это да, пиццу. Угу. Второе ничего, это ПО за рюкзак у меня. В рюкзаке ничего нет. Угу. Подражать будем? К нему, да, ну, подражение, там скейт. А за собака скейт еще пиццу. Там сидит или она уходит уже? В начале ее хода она уйдет. А, в начале ее хода. Угу. Так, нет, я не буду подражать. Я тоже не буду. Нет. Так, это уходит... А, подожди. Теперь к тебе знакомство. Да. А ты к себе знакомство сделала? Да, ты... я забрала, а, забрала, положила, забрала. Сброс, смешала, уже у меня просто. Да, 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 да. Давай заберу раз. Получается сброс, да, раз. Это сброс два. О, дочь мента. Здесь у меня есть друг со звездочкой. Со звездой идет сброс. Сброс три. Этот во двор. Да, лицом туда. И никто к тебе не приходит. Да, к тебе никто не приходит. Пять карт из колоды берешь. Да. Все распределили. Смотри, ты должна прям сброс перемешивать, когда карту надо добрать. Конечно, я перемешала. 5. А, и добрала. Добрала, да. Все, сброс. Так. Погнали, сбрасывать мне нечего. Код к тебе не пришел, да, все проверили. Так, ну что ж. Начнем помаленечку. Горошек. Тепло зимой. Горошек. Угу. А вот на это отдельно нужны клеи или они все вместе играют? Что? Все клей вместе. Вот на это. То есть я все подкладываю вместе. Вот так вот раз. Под низ. Под низ, да. И у тебя два клея. И... А, вот та слева. Да-да-да. Не два. Ну, два. Я имею в виду, сколько подложишь? Да два. Да тебе больше не надо. Два. А, эти не уйдут. 3-4. Клей-клей. Угу. Клей-клей. 4 клея. 4 пиццы. И 4 пиццы. 4 пиццы. Подожди, стоп. А, это игрушки. И это игрушки. Игрушки. 4 игрушки. 4 игрушки, 4 пиццы. У меня по максимуму. За что 4 пиццы? Это в рюкзак. Это в рюкзак убрать. Я ничего не... Ну ладно, тогда просто 4 клея. 4 клея, да. Ну да, тебе игрушки. Не обязательно общее. 4 игрушки. 4 клея. 4 просто клея. Чтобы вам карты не достались. Потому что этот кореш у меня в сброс пойдет. А, если что, повторяйте. Даже если лидер не выполняет общее действие, мы все равно можем не выполнить. Ну, мне нечего переносить, поэтому я и повторять не буду. Алин, ты можешь перенести? Ну, я не хочу. Не хочешь? У тебя полно там пиццы. Сколько там можно ресурсов перепокрыть этого клея, да? У тебя максимум два может. Здесь один ресурс может быть сейчас. Да. Один, поэтому... да. Не, не хочу. Ну, все. Никит, тогда... клеишь что-нибудь? Не-н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 е. Все тогда. Так. Теперь я выбираю карту. Карту со двора. Да, там вон шницеля. Не хочу. Так, есть на строительство форта что-нибудь? Нет, выигрыш. Жалко, жалко. А это у соперника, да, копировать. Это два любых ресурса. Угу. Это любой ресурс с пистолетом. Это уничтожить карту. Да, за пистолет. А там любой ресурс за пистолет. Блин, сложно. Я вот не помню, если на строительство форта, по-моему, ничего не брал. Просто я брал. Так. Ну да, тут это тоже получается. Ладно, важно. Давай аварию возьмем. Все, кореш ушел в сброс. Это все тоже сыгранное ушло в сброс. Пришел, прилипало. Теперь я проверяю сбросьте разыгранные карты. Есть. Ко мне пришел бояка. Бежит во двор без карт. Да. Все разобрал. Не бойся, мой маленький, мой хороший. Все хорошо. Если никто не повторяет действия разыгранной вами карты, даже если не может, то я буду получать победные очки. Повторяйте. Ну, если никто. Раз, два, три, четыре. Да, если никто не повторит, то. Короче, надо какие-нибудь невыгодные для вас действия играть. Да, 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 да. Ну, он идет все равно. И для себя невыгодно играть. Смотри, просто вот я 5 карт набрал, и у меня сброс. Угу. Я его сейчас сразу не делаю, когда мне надо будет взять. Да, 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 да. Вот у меня тоже лежит. Ну все уже, ладно, уже. Не, мы тут же. Ну да, это типа у тебя сброс еще. Да, там так второй. Угу. Все, конец хода. Да. Так. Фиалка. Очень похоже. Ух ты, какой клевый. Добавьте 3 карты. Сама нежность. Добавьте 3 карты. Любые?
Да, написано, что было. Так, ну что? Подожди, а разве на собаках монетки это не монетки, это не рокеры? Что? Считаются. Нет, где ты монетку видишь? Монетки нет. Ну подожди, кроме. Подожди, я давай, прочитаю. Свой. Фиалка. Такая фиалочка, ничего себе. Бицуха больше, чем монетки вместе взятые, блин. Да, перекачанная фиалочка. Так, там став. И бульдог. Смотрите, можете выбрать любую масть, кроме монеток и мастей, добавленных вами карт. Вот этих добавленных не могу. Заведите дружбу со всеми картами выбранной масти из парка и всех дворов. Та-да-да-да. Понятно? Ну, он скаут. И все. Я могу выбрать скейт и забрать вот эти две твоих карты. А, кроме подложенных, да? Кроме. А тогда Никиту не заберешь. Но я хочу взять клей, потому что мне нужен вот этот чувак. Заведите дружбу, это значит положить сброс. Все, собака у меня уходит под бабака. Под будку. Фиалочка, фиалочка. Это... Такая фиалочка тебе как. А это куда? Он жопу откусит. Где правило? Что-то? Они ж сыгранные. Значит, ты их в сброс они убираешь. Сыграны, ну, разыгранный сброс, да. Разыгранный, добавленный. Липучка и вонючка. Супер тандем. Карты, добавленные из руки, сбрасываются. Сброс. Сброс-боброс. Сброс-боброс. Дальше. Теперь мы конец хода. Да. Ищем дружба. Да. О! Двухклеевой. Давай. А во двор ты не выкладываешь? Подожди. Сейчас, подожди. Он сначала добавит одну карту, а теперь вот сбрасывает. Теперь сбрасывайте разыгранные карты. Но у меня они и так ушли. И вот это мелочь. Мелочь. Мелочь нужна кому-нибудь. Во двор мелочь кому нужна, да. Мелочь. И пять карт мелочь. Я беру. Вот они. Мелочь, иди к нам! Все. Иди к нам во двор. Все. Теперь. Она не слышит. Она же мелочь. У нее маленькие ушки. Так. Собака уходит, получается. Милая игра. В начале хода, вот читай на будке, да, в начале да, хода да, уберите ну вот. Всех собак с вашего в сброс соседа слева. Вот, это же ее ход вот, сейчас. Делай. Да. Собака ушла. Пока, пёс. Сбросьте карты со двора. Вот это теперь твой сброс. Угу. И все как обычно дальше. Я никто не захотел с ним играть, кроме тебя. Он остался. Со скаутом? С Громом. А, с Громом, да. Майор Гром. На костыле. О, у него сыр! Гитос. Я хочу разыграть Кэпа. Что за потерь. Бам. Ну, Кэп. Я повышаю уровень форта. Я трачу две пиццы. Забираю особое правило. Смотрю его. Выдуманное правило, прошу прощения. Здорово. Я счастлива. Блин, а как? Что, что? И копировать рюкзак, но ни у кого нет. Теперь мы можем скопировать его, его свойства. Улучшить форт. Улучшить форт, Никита. Нет. Улучшаешь форт? Я, да. За книгу. Да. Ну, да. Друг, а, за книгу? Просто да. Книгу да, сбросить. Угу. Есть такое дело. Давай. Угу. Два любых ресурса. Угу. Форт первого уровня. И я беру вот эту штучку. Угу. И смотришь ее. Она в открытую или в тайную? Это твоя тайная цель. Можешь показать нам? Да, нет. Можешь показать. Хотите, покажу? Там, я буквы, понял. Вы есть хотя бы немножко знаком? Да, чуть-чуть, парочка, знакомые там, 2-3 может быть. Союз И, А и Но. Да. О, следующий. Ты разыграла. Да. Теперь... Убираю лучше. Нет. Что? Одну карту себе. Ой, даже я не знаю, я никого не хочу. И ничего не хочу я. Возьму рандомно. Нет, ничего не хочу. Ништяк. Вот, поместить в сброс. Так, окей, сбросьте разыгранные карты с символом. У меня есть вот так вот, они уходят. Вот так. А это идет. А эти мальчики идут у нас во двор. Вам. Маленький клец.
Сбросьте карты, карты свои колоды, у меня сброс только. Я замешиваю и делаю колоду. Да, и набираешь. Ребятушки! Да. Вот этих как можно получить? Вот у тебя. Это надо форт для до третьего уровня качнуть. Ну, до второго. До второго, да. На недельку. До второго. Фил, замолчи. Я играю тогда вот так. Чпоникс. Лося. Подожди, вот эту победную шкоту сразу получаешь, или когда форт? В конце игры, да? В конце игры. Ну, подожди. Не, а как 23 победных очка ты, типа, получишь? 23 ты получишь, если до пятого дойдешь. Это в конце. В конце игры плюс, да? Или сразу? Мне кажется, сразу. Нет. Уточняю. Кажется, да. Вот здесь 25 очков – это победа. Да. А вот это добавится сверху еще. А, ну да. Сразу? В конце игры. В конце игры. Ну вот, типа, если ты дошел, ты 23 получишь. Если ты наконец игры остался на первом уровне, у тебя... То есть триггер просто окончание игры. Либо ты набираешь 25 очков, да. Либо ты качаешься, да, до пятого уровня, да, но эти 23 очка ты еще сверху получишь. Да, 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 да. Сверху к тому, что ты уже успел сыграть. Да, да, либо, да. Если кого-то... Ну да, не получается. Я ж... Ну, если ты остался на первом уровне, у тебя то одно победное очко, тогда получается. Да. Угу. Так, я играю лося, могу поместить две карты на вышку, но у меня только одна. По этому... Карта на вышку поместить, да, можно. По Никита, этому... я тебя обожаю. Я делаю вот так. Еще лучше. Чего? Красавчик, Никита. Я повторять за тобой буду. А, ну повторю. И я буду. Повторю, что значит. Угу. Вот, и делаю свое, это форт. Зачем ты подложил, если положил туда только одну карту? Чтобы не выкладывать сюда. А-а-а. Пусть, да, ему нравится. Вот, потому что она мне нужна на будущее. И я использую форт, это получается два ресурса я трачу, и чпоникс. Потратил один. В смысле, два? Два? У меня три было. Ладно, хорошо, глаз да глаз нужен. Мы верим тебе, так будто. Так, это я забираю сейчас, посмотрю. В смысле, я прошлый ход взял три пиццы? Можешь поближе сюда планшетик свой? А куда я тогда двор буду складывать? Ты ж не будешь его складывать. Там низ просто не видно, какого уровня форт у тебя. Сейчас. Во, во, вот так. Ага. Так, так. Это все надо смотреть. Вот это я потом посмотрю. И все, кто хочет копировать, копируйте. Я хочу скопировать. Что там, лопата нужна? Лопата. Есть лопата. И карту с руки подкладываю, да? Что-то я не помню, когда копируешь, они по сбросу ходят же, да? Да, да, сброс, сброс. Сбросьте карту. Клей подложил. Хотя... Да. Тут прикольный чел. Попа. Приколист какой-то. Клей на вышке. Скинул лопату. Смеяться. Разрешаю. Мадама идет. О, вышку. Блин, хорошая. А их же заменять можно будет вышку? Нет. А это на всю игру? Да, там убирать оттуда ничего нельзя. Добавлять можно. Добавлять можно? А, добавлять. Да, убирать нельзя, добавлять. Ну, поверх, в смысле, заменить. Нет. В глазах. Добавить. Добавить. А, еще пусть будет. Да, тут же написано, смотри, количество карт 1 плюс фор. А, все, все, я слепой, извините. Добавить. Тоже сбрасываю лопату сюда и кладу вот так. Мяу. Угу. Плюс форт. То есть сейчас у меня две, может быть. Да. Да. На втором уровне. На первом уровне. Да, да, да. Потом... Угу. Все? Дружись. Все повторили? Да. Все, хорошо. Дружись. Дружись, одну забери себе, да? Не. То у него мелочь пузатая, не надо. Мелочь классная. Чё? Буду таскаться за тобой. Извинись, карман. Не фигня. Не ба. Все фигня. Давай возьму отсюда. Можно же, да? Да, одну сверху. Забрал себе. Сброс. Сброс. Угу. Боже, как это романтично. И это уходит сброс. Друзья уходят сброс. Этот уходит. Господи, я уже думал, котик к тебе мой бежит. Да лицом. Да блин. Все, хожу? Он от тебя отвернулся. А, ну, я добираю опять. Все, ходи. Смотрите. Угу. Я играю призрака.
У него действие верхнее пустое. Ага. Повторить вы не можете. Ненавижу мою мысль. Если никто не повторяет действия разыгранной вами карты, даже если не может, получите одно очко. Молодец. Оп. Котик бояка. Действие – это получить ресурс за любую масть. Вот я подкладываю вот эту штуку и получаю пиццу. Ах ты жулик. Это все взброс. Все перемешиваю. Почему а, дружусь. У тебя же две масти. У самой карты и у той, которую ты предложил. За каждую масть? Да, за каждую. Не одну. За каждой. Тогда еще одну пиццу возьму. Спасибо, Денис. Вот. И теперь дружусь. Дружить мы будем... Так, вот это подружиться. Угу. И... Завести друга, взять ресурс, игрушку. За каждый пистолет. Угу. Ух ты. Блин. Ну, она милаха. Подлизывается ко всем. Такая хорошая. Блин, да и дымок мне неплохой. Ну, ладно, ну, давай. Пока у тебя бояк. Дымок. Ну, тебе дымок, да, и репей, и дымок. Так этот кот, он уйдет. Чё, думаю, он в конце, вот у любого из вас не будет это никаких сложно. Карт во дворе, и он это сразу сложно. Уйдет. Да, кстати. У меня постоянно не получается. Не знаю, как у вас. Ладно, давайте, что, будем дружить. Сейчас замешиваю. В конце хода он остается у меня. Ума! Добавьте две книги. Книги ну, вроде просто. Все, Дэн, ходи. Давай. Никто не хочет играть с моими мешами. У меня какая-то клеевая колода, одни клей. Клеевая? Да. И потому что сейчас я сыграю еще. Подожди, рано. Это в твой ход будет, да? Он забрал. Это в его начале ход. Хода. Это его ход. Играю каляку, подкладываю... Каляка-маляка. Клей. Две эти... Две игрульки. Угу. В рюкзаке у меня ничего нет, поэтому не играю. Можете повторять. Повторюхи-хрюхи. Заклей? Да, of course. Of course. За клей сбрасываю клей, забираю игрушку. Угу. Штёк вообще супер. Так, а я использую монеточку. Как клей. Как клей. И забираю себе игрушку, да? Иноген. Yes. Of course. Of course. Все это сброс. Игрушка, да, там нужна? Но клей нет, не буду использовать. Я это не буду. Нет. Ну, если нужна тебе клей, ты получишь игрушку. Я понимаю. Нет? Нет, не буду. Ну, на нет и сюда нет. Вот это. А, тебе дружусь. Блин, с умой подружиться было бы неплохо, но у меня нету этих. Это дело времени. Есть вот. Вопросик пока там, кстати. Забрал книгу, все. Чего? Вот, например, в конце хода бежит во двор без карты. Если, например, у меня и у Дениса будет двор без карты. К нему, там же убежит. Там уже написано. Неважно, сколько... Даже да, если неважно, ты удовлетворяешь условия не удовлетворяешь, не удовлетворяешь, все он равно побежит. Убегает. Ну, ты будь котом, вместо бояки. Угу. А, подожди, у меня есть еще во дворе, во форте монетка, есть. Еще одну. Можешь. Кирдык. Мне принц нравится. Возьму принца. Принц всем нравится. Полукровка. Ковы. Вот это идет сюда. Хорошего вот это идет сюда. А это идет ко мне. У меня во дворе ко мне. Угу. Бояк тебя боится. Я боялся, что ты его заберешь. Боялся? Да. Больше всех. Да принц хороший. Хороший. Да. Там и та хорошая была, я тебе добирай. У меня ничего нет, поэтому 5. Ходи. О, я разыгрываю. Кэпа. В очередной раз. О боже, невероятно. Капитан Америка. А, и повышаю уровень форта. Пук. Пук. Это я плачу. Плачу и забираю плачу. Бонус. Ну, сейчас плачу. Можно я подумаю, какой я хочу. Нет. Говорим им немедленно. И тут надо просто еще, чтобы круг прошел. Вот и твоим свойством никто не воспользовался. И только тогда бояка даст одно очко. В смысле? Ну, она же от тебя может уйти. Да. В ход Алины даже, например. Да. Просто перебежит да. И все. Ну, сложно. Они коты, они перебежат. Ну, сложно, конечно. Ну, да, ты-то воспользовался. Вот сиди. О, я молодец. А зато у меня собака есть. Ну, а у вас ни у кого нет. А у меня будет.
Ну и все, там сидит, если ты собака обнимаешь. У меня и собака, и кот. Я повысила форт, забрала себе бонус, теперь я, благодаря бонусу, кстати, в конце своей фазы знакомства, могу еще одну карту из парка и колоду парка добрать. Угу. А... Мы теперь повторяем, если хотим. Да. За книжку форт, кто хочет лучше. Я. Ну подожди, начнем с Никиты. Не-н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 е. Хочу. Давай. Значит, у меня игрушка этот и любой ресурс, ну пицца пусть будет. Улучшаю форт, беру цель, здоровенный бонус беру, в смысле вот этот здоровенный ранец, можете хранить в рюкзаке на 2 ресурса больше. Угу. Хорош. Куда? Сброс. Да. У меня книг нету, поэтому я ничего не могу делать. Выбираю друга. Да. Блин, собаку забрать. Забери. Я буду с ней делать. Но у тебя если есть книги. Мне хочется верить. Ну, вот у тебя книга, вот книга. Да, нормально, в принципе. Я заберу Уму. Ума, идем. И благодаря своему свойству еще... Еще... Ух ты! Левшу, конечно. Теперь, как только я повышаю уровень форта, я получаю 2 победных очка. Нет, не как только. Ты его разыгрываешь, получаешь форт, и затем 2 победных очка. Да. И повторить можно будет это действие. Я имела в виду это. Что ты имела в виду? Что ты имела в виду? Что ты имела? Эбу. О, кроты с двумя лопатами, блин, я ору. С тремя и киркой. Прикольно. Не, ну в смысле, я про масть. Так, это сделала. Дальше сбрашиваем разыгранные карты друзей. Что у тебя там? Сбрашиваешь, все, на. Кот, привет. Добираю, у меня тут раз, два, три. Три, теперь мешаешь колоду еще две. И побежал по дворам. По дворам этот сыкливый кот. Конечно. У меня вот все пообоссал, будку пообоссал пустую. А как только убежал, сыкливый кот. На морду фиалки нассал, побежал к Алине, сейчас посмотрим. Так давайте угадаем, что он там сделает в том дворе. Так он прибежал ко мне во двор, увидел вот это вот, он говорит, фиалочка. Да, обосрался и убежал. Пожалуйста. Фиалка просто хотела его это вылезать. А собака не пришла. То у тебя слиплись, куда ты? Куда ты добираешь? Раз, два, три. Слиплась у тебя. Слиплась меня, ладно, так сделаешь. Слиплась в ладошках. Да уж. О, слушай, а тут. Подожди, Алина. Все. Она уже отходила. Да. Все, давай, ходи. Шницель. Ага. Так, уровень форта хотя бы один. Два скейта. Есть. Получите до 3 любых ресурсов и запаса и поместите в свой тайник или в рюкзак, в любом сочетании. Угу. Положите шницели под будку. Есть. Ауф, Фидерзен. Все, готово. Ауф. Подражайте. Дальше. Подражайте, да. Кто подражать хочет. Скейтами. Ресурсы? Это... Нет. Нет, это вот отсюда принести в рюкзак. Ну, да. За скейт? А у меня скейтов нет. 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 Разыгрывай что-то нормальное, Никита. Нет. Или выйди. Что это такое? Я могу забрать кого-то. Действительно. Забери. Например. О боже, такой выбор. Да блин. Кротов бери. На башне их отправишь, будет сидеть там. Да мне не нужны лопатки. Ну и все тогда. Шуруй отсюда. Нахрена мне лопатки. Ну что это такое? Уходи из нашего двора. Пацан, ты с какого района? А ты хорошую забрал. Там давай вот эту. Конечно, а ты я... там хорошую у меня забрал карту. Да. Говнюк. В сброс. Да, в сброс. Раз. Это сброс. Да. Это двор. Вот так. О, лопатка. Скаутес неплохой. И... Фиг знает. И... Чё? Чё-чё-чё. И всё, да и добор. Копчё. Раз. До пяти. Два. Три. Погнали! Ну, собственно, у меня... Кстати, это плохой код. Почему? Читай. Каждый раз, выполняя действия улучшения, вы должны тратить на один ресурс больше. Пельмень! Это если ты мало карт разыграл, то у тебя три лишние остались, он придет к тебе и будет тебе мешать строить форт. Да, он толстый. Прикольно. Нужно пельмень его кормить надо. И он пиццу твою ест, там, игрушки. Ну да. Ты типа обязан подкормить кота такой. Не, типа у тебя форт должен быть прочнее, чтобы выдержал эту Точно, точно. Блин, это прикольно очень. Так, ну у меня теперь есть собачка-тыкалка.
уровень форта хотя бы один, и добавьте два клея, вот так. Чпоньк. Два клея добавил. Есть. Все, она идет в будку, тыковка. Получите до трех любых ресурсов из запаса, поместите в свой тайник и, или рюкзак в любом сочетании. Но только это взброс. Да, это взброс. Три любых ресурса, значит, у меня будет игрушка и две пиццы. Блин, а чё, я в рюкзак? Из рюкзака же то же самое, строить форт можно прямо из рюкзака. Да? Просто я его забью, да и все. Угу. Раз. Два, три. Хранить могу на два больше, так что в рюкзаке все это остается нормально. И это идет во двор. А, подружиться сначала. Угу. А мы ничего копировать не могли у Фила? Ну, я собаку разыграл, скопирую. Собаку. Можешь погавкать. Блин, капец, Фил. Я тебе пальцы откушу. Ну что ты делаешь? Нет, джокеры. Джокеры всем нужны, это хорошие карты. А вот с аварией можете подружиться. Добавьте одну масть из руки, но не. И хаски. Можете выполнить действие одной карты ребенка из парка, это был враг, как если бы разыграли ее. О, неплохо. Я ее заберу. Так, возьмите 5 карт своей колоды. Раз, два, три, четыре, пять. Все. Никто ко мне не пришел. Нет. Окошко. Да, конечно, сейчас. Алиночка, сейчас. Сейчас все сделаем, Алиночка. Сейчас. Спасибо. Ради тебя только. Спасибо. Там уже туман перед носами. Нельзя было просто сказать об этом. Офигеть, ты пишу. Мне тоже горячо. Я просто горю. Тебе собаки? Я горю. Тихо-тихо, собаки. Засунь башку в вашу форточку, почувствуешь. No! Так, что у него за карты, смотри, два клея, клея, клея. У тебя что за карты? Я не скажу, нет, ты что думал? А можно еще одну будку построить? Тебе одной мало. Всех туда пихай просто и все. Все собаки, вот, знаешь, вот так вот уже, там будка по швам лепается, а собаки туда все лезут, лезут. Филипп такой, я нужно больше собак в будке. Не, ну тут же одна может собака. Нет. Нет. Да чем больше собак. В одной будке. Да. Им же тесно. Но будет. Они нормально. По очереди спят просто. Все хорошо. Это собаки. Им хорошо. Офигеть, да он тайм развел. Собачий этот. Денис Сергеевич. Собачий концлагерь. Да, она не то чтобы детская прям. Ну да. 10+. Ну это ж ну мне нету 10, не знаю какого. Это рут. Там, да при чем тут рут? Ну это ж от этого же разработчик. Мир вообще другой. Да понятно. Вообще не рут. Разработчик наврет. Я по механикам имею в виду, что... Нет, вообще другой. Ну заморочился в смысле. Нет. Нет, все. Я играю верхнее действие. За лопату можно пиццу съесть. Давай нижнее. Нет. А что нижнее? Вот эту хуйню? Нет. Ну, ну давай, давай, давай. Давай, давай уже что-нибудь давай, разыгрывай, давай. Ладно. Я первый. Получаю 3 пиццы. Вот тут 2, и вот тут у меня один. Угу. Играйте. Хочу повторить, да. Скидываю вот лопатка. Угу. Пиццу беру. У меня выбора нет. Я тоже повторю. Повтори. Пиццу скидываю. Угу. А можно еще лопатку скидывать? Нет, одну. Я тоже хочу пиццу. Скидываю. Жадный такой. Беру пиццу. Угу. Все? Угу. И, так, дружимся. Мы дружимся с вот этой. Буби. Опа. Герц. Три разные масти из руки, но не лопаты. О, это сложно. И герцог. Идет красота. О, к тебе сейчас кот жирный придет. Мау! Пельмень! Мау! Липучка и вонючка, принц и мелочь. Тимплей просто. О, сейчас, если никто не воспользуется, она победное очко получит. Блин, можно я чуть-чуть все-таки прикрою? Страшно прям. Мау! Никит, мы поняли с первого раза, что это за котяра приполз. Жирный. По-моему, он даже не мяукает, ему лень. Я, если бы я был таким жирным, он просто рот открывает. Я играю повара.
Повар спрашивает повара. Так. Я получаю пиццу за количество скейтов. Плюс вышка. Я получаю 3 пиццы. Ого. А, подожди, надо 2, чтобы 3 получить, надо еще вот так сделать. Ну, даже он же так будет. Повторять будет кто? Что там? За книги? За книгу нет, пиццу. Нет, у меня нет книг. Ёшкин кот. Никит, будешь? Не-н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 е. Пиццу, блин, ну пицца. Не надо, ну дайте подойти. Пицца-то. Нет, я повторю. Кореш. Иди сюда. О. Ну что, ну доигрываем. Ладно, дружусь. Я дружу. С кем я хотела бы подружить? С собакой, конечно. Вся. Но это сложно. Угу. Три разные масти. Хотя нет. Не это изи вообще. Добавьте. Ну, зашло, не зашло. Причем не лопата. Да, то есть четыре масти должны быть. Джокер. Ты выполнил мое действие, кот убежит, да? Что? Кот убежит. Не факт. Ну, если у кого-то будет три выпал. Я в смысле, он не убежит, он убежит, такой будет пустой двор. Так он до сих пор с тобой. Я его добавлю. Да. У вас не пустой двор, да? Ну, я жердя пришел. Ну, это как минимум одно победное очко в конце игры. Ну, он же не будет у тебя сидеть постоянно. Ну, скорее всего, будет. Да? Пусть будет. Я заберу собаку и какую-нибудь рандомную. Я не знаю, что хочу. А, ну, вот он. О-о-о! Подожди. Вообще-то, вот, теперь ты взяла собаку, вот так, а теперь выбирай. А, теперь, ну, я могу сверху взять. Да. Ну, просто и следующую выложить, нет? Можешь. Какая разница? Можешь, ну, короче, не можешь. Важно. Порядок действий не важен, ладно. Правила рулят, Алиночка. Хорошо. Так, разыгранные карты. Сброс? Что за пацан вообще? Ничего нет? Бесполезно, согласен. Призрак? Призрак? Бояка и для бояки, да. Любой ресурс. Для бояки. А с руки всё. Уходят вот сюда. Вообще, бояка только с такими картами вместе и даст очко, потому что, ну, не дадут очко просто из принципа сыграть, даже если особо не нужно. Так, ты добрала себе карту? Ну, это ты такой мерзкий. Да? Раз, два, три. Этот уходит сюда. Шесть, да? Теперь... Да я вижу. Поехали. Блин, вы псов понабирали там по недобору. Так. По недобору. Пришли тут на твою игровую вообще, непонятно откуда. Псы? Псы. Гав? Псы. Гав. Играем, гав. Играем. Минерок есть такой. Играем, играем. А играем, а играем, играем, играем. Скейт, блин, скейт, играем. Нету. Смотри, могу поместить двух любых чебупель в рюкзак, потому что у меня форт один, это два. А, чё сказал, не понял, давай. Не важно. Ква-ква. Пусть будет вот так. Дальше, форт делаю. Значит, один любой. Вот так, вот так, вот так. Три ресурса заплатил. Форт я себе подвинул. Взял себе, пусть будет вот этой ерундой. Бонусная. Правильно, правильно. Что я там взял бонус? Подкуп. Так, теперь. Что-то я себе беру в сброс. Трэш, угар, созданный. Кэп ушел. А, мам, повторять можно за тобой, нет? Можно, повторяй, на здоровье. Конечно. Перенос в рюкзак за скейт, да? Повторил скейт. И форт. За каждый скейт, то есть у меня есть еще, вот, то есть я две могу перенести. Да. Чпонька, чпонька. А, у меня тут максимум. Максимум одна может быть. А может быть... Кто-то еще повторит? Нет, я хочу повторить, давай. Нет, у меня есть два скейта. А сейчас, секундочку. А еще покажи кошку. Один. Точно есть у тебя скейт? А вот же он спрятался. А, вот он на дереве висит. А, тот... Я могу два ресурса убрать в рюкзак. Угу. А еще где скейт у тебя? А где ты вот два. Вот два. А, там два. Скинь карту. А, хотя бы один надо скинуть. Надо скинуть. Все. А, все, пусть висят там дальше. Хотя бы монетка, может, есть у тебя? Нет, ничего и нет. Сиди вообще. Все. Так, положил сюда твоего кэпа себе. Нет, ты подожди.
Да, ё-моё. Я хочу. Ну пусть будет. Ладно, я сброшу монетку. А говорила нет. Да для тебя нет. Сейчас нашлась. А, 3. Роллер. Могу сбросить. Прикольный чел. У меня 3 плюс 1, 4 вмещаются. Рюкзачок. Почему 3? У тебя уровень форта 2. Ну, 2 плюс 1. Плюс 1, 3. Да. Сброс. Все. Кэпа взял. Ты взял кэпа моего? Да, я кэпа взял. Ах ты жучка. Сбрасываю тебя. Сбрасываю тебя. И во двор. Ты во двор. Ай, блин. Кто там? Гризнуля. Чисто там земли себе нагрев сидит и ест. А получите ресурс за вышки. Это горло вообще. Все, все. Да. Добор. Одну взял, перемешиваю. Ходите. Авария в сброс. Дочника. Да, есть такой фильм. Значит, милаху играем, будем дружить со всеми. Подкладываю ей вот так, и теперь я могу подружиться с двумя и за каждого добрать игрушку. Но мне не очень нравится то, что тут находится. Хотя вот кротов я бы взял. Давай, наверное, одну карту отсюда возьму. А, и с этих же можно брать, да? Да. Так, есть тот, кто форт строит? Нет. Вот. Есть, да. Еще и со скидкой в ресурс. Офигеть. Просто. Веснушка. Я не хотела эту монету тратить, потому что я ее на следующий день я ее потратила. Это раз. Молодец. Молодец. Так. Еще у меня на лопаты есть что-нибудь связанное? На лопаты, на лопаты. Перенос в рюкзак. Блин, если я не буду повторять. Нам кроты эти, блин, не знаю, нужны. Просто вернуть. А возьмем, наверное, да. Кротов. И еще одну игруху. Ребят. Да. Как-то разрешим. Как сейчас. Вы думаете? Что? Если я не хочу воспользоваться Никитным действием, я верну роллера в руку, это просто перекину обратно в тайник. Это как вы. Да, абсолютно. Делай. Ну, вообще, вот, только больше так не делай. Не, я все больше не. Так, все, кто-то хочет повторить? Что там, пистолеты? За пистолет, подружиться и игрушку получить. Подружиться. И игрушку получить. Нет. Не знаю. Да нет, не хочу. Нет. Фиг. Сказал монетку, ты думаешь, что-то бери была. Вот и мне надо, фиги, опять начнется сейчас. Все. Все? Да, дружи. Лучше не рисковать. Подожди, дружись. А. Блин, я же еще в конце хода дружусь, я вообще это забыл. Да, и за Котофеями следить надо. Ну, Котофеи ко мне не придут. Мау. А, наверное, случайную возьму, подружусь. Опа. Да, это хорошая вещь. Ну, что ты скрываешься, если она всё равно скрываешься? Да, классная штука, переносить в рюкзак за скейты и заскорить победные очки за каждый свой рюкзак. Ну, тебе, да. Ты ищешь с большим рюкзаком, и сейчас как ух! Так, и с призраком никто сегодня не сыграл. Опачки. Бесполезно, я тебе говорю, бесполезно. Хороший 5 призрак, добирай. Просто он не закомбился. Раз, два, три. Отлично. Так, жирная мразь. О, как ты мне мешаешь. Ты что? Котик хороший, давай погладим его. Котик, не мешайся. Плохой дядя. Играем в форт. Линочка, не плачь. Вау. О, ебой. Раз, два, заклей. Три. Угу. Чпоньк. Хорош котик. Да. Что это было? Ну хорош котик, 3 вместо 2. Котик красавчик. А ты по свойству пельмени не тратишь на один ресурс больше? Или ты потратил? Я потратил, я же говорю, 3. Повторюшничаем, да, теперь? Котик красавчик. Теперь повторюшничаюсь. Оторва. Подожди, дай правила, пожалуйста. Я могу подкладывать, если нет крестика или... Умножение? Что? Какого крестика? Ну, умножение вот этого. Нет, ты же сам говорил, когда разбирали, то что подкладывать без крестика нельзя. Да мало чего говорил. Зашиби. Главное, когда он сказал, значит, надо играть, а когда дело его касается... Начинается! Все. Никому нельзя, Денису можно. Если есть символ. Что? Повторяю.
Что про... началось? Действия Дениса, повторяю. Повторяй. Строю форт. Давай. Так, мне надо... У тебя не выйдет. Две пиццы, две игрушки и любой. Ну, у тебя рухнул. Почему? Все. Все держится, там клей проверенный. Ага. Он скоро до короны дойдет. Макароны получит. Кто, я? Да. Ой, господи. Да вот ты что, откуда столько ресурсов? Все? Да все. Так, теперь дружимся. Дружимся. Давай дружить. Грязнулька. Призрачный призрак. К тебе живчик прибежал, ты в курсе? Где? В конце хода бежит хотя бы двум. А, две лопаты. Да, у меня одна. Ты не хочешь жить? Ты в курсе? Хочу, я не могу. Репия взял? Я не могу. Он обиделся. Я репия. Я бы хотел. Он тебе не простил. Да я знаю. Таран. Оторва пришла вот сюда. Эти три. На все вообще возможно. И кот сидит. Вау. Слушай. Ой, там пудель. Эклер. Эклер. Уровень форта хотя бы два. На вышке хотя бы одна карта. Блин, вообще изичный эклер. Королевский эклер. А что он хочет? Что дает, в смысле? Ну, в смысле, да, что дает. Вообще не важно, там в любом случае полезное что-то. Да вдруг я не хочу это? Да хочешь. Да все это хотят, слушай. Ну, у всех уже есть по собаке, да? Я без собак. Без собачница. У тебя кот есть, боякова. Зашибись. Есть без серебряники, а есть без собачники. Ну что, сейчас призрака играешь, получаешь одну очку. Не нафиг тебе, пес. Семь ходов, все, нафиг ты победила. 25 ходов. 25 ходов призраком. Ну, посмотрим, там, может, еще что-то сыграет. Там пока план есть. Угу. Так, твой ход. Сбрось карту с турнира, давай играй. Справа, пошли. Кидай кубы. Вова незримо с нами. Алина, котли. Котли. Ты всегда берешь одну доп карту. За что? Да, 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 потому что у нее бонус. Ну, она себе колоду зато большую ну, создает, потом тяжело разыгрывать. Сложно управлять. Надо избавляться колода от лишних карт тогда. У тебя будет. А у нее нет таких выход карт. Выход карт менее контролируем. Конечно. Ну, все, лучшие карты это джокеры по масти. То есть, ну, просто их берешь. Они я всегда хочу, что-нибудь да полезное принесут. Не в твой ход. Ой, это сброс. Я забираю. Да, 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 да. Твою, да. Еще одну карту. Подожди, а что ты разыграла? Подожди. Что? Стой. Ты сперва разыгрываешь. Своих да возвращаешь, потом разыгрываешь. Ты должна карту разыграть. А, точно. Должна. Я уже хотела забрать, все нормально. Я вот так, наверное. Разыграем. Я уже смотрю, думаю, куда делись там три года. Поповторяем, может быть, что-нибудь там. Блин, вы уведете потом. Естественно, мы все уведем. Естественно. Ничего не могу сделать, поэтому вот так. Давай, 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 делай. Так, заклей. Заклей. У меня две игрушки. Моя золотая. Ёшкин, ты... Чё ты? Кто ты такой? Что ты делаешь? Что ты такое? Повторяешь? Нет! Я повторяю, нет, у меня вот нет, есть клей. Нет, нет. И клей на вышке. Нет. Две игрушки. Подожди. Что? Да. Скинул мелочь. У меня клей плюс клей. Хорош. Два. Две игрушки. Горошек склеил игрушки. Тебе вообще, блин, все равно. Кот, не кот, у тебя ресурсов. Молодец. Да, только фортом, я думаю. Ну, ты улучшишь сейчас тебе кот. Кот мешает. Да не мешает, кот. Он там ресурсы себе крафтит. Все. Варкрафт. Все? Успокойся. Да ты победил. А саживай Фила. Да ты уже победил. Посмотри, кто впереди. Ты видишь этот колоссальный разрыв? А? Ты видишь, просто рвет. Ну, а по факту, он же лидер сейчас. Надо лидера саживать. Все. У меня одну забрались. О, песик пришел ей. Уровень форта хотя бы один, на вышке хотя бы одна карта. Да ты лохер. Тоже язычный. Все получилось. Ну, скидывайся. Вот это скидывай. Выкладывай.
Блин, ну так обидно, ну ладно. Подожди, а кот тогда куда девается? Ну да, сидит у нее. Он в конце хода... Сиди. Ну да, нету пустых дворов. Будет конь в конце хода пустой двор? Только тогда уйдет. Все, давай, Никит, этого в сброс, грязнулю своего. Никто не хочет с ним играть. Да ну чё? Там он грязнулю. Чушка, блин, чушка. Да, это она, да. Она? Это девочка. Ну еще и девочка, ужас. Кто с этими девочками играет? С грязнулями. У меня прыщ еще есть. Хочешь себе в компанию грязнуть? Грязнуть от прыщом. Они нам свадьбу сыграют. Зато пиццу он приносит. Он принесет пиццу, она ее поваляет. И закопает ее. Поехали. Книги. Блин, очень сильная игра. Три ресурса любых. Не. Добавьте любой ресурс в свой тайник. Умножение. Крестика нет. Крестика нет. Убирай вот это. Из-под него. В смысле? Я не хочу убирать. Ты не можешь подкладывать. А, вот здесь. Победные очки. Хорошо, тогда можно. Так. Но повторить за книгу можем мы. Да, за книгу повторить фигу. Блин, у меня нет книги. Была бы фига, то это только книга. Один раз. Нет. И делаю умножение. Это 3 ПО. Да. А можно за собаку? Типа, она же тоже книга. Что? Ну, можно. Сбросить. Можно, конечно. Да. Просто я пока просто собаку в сброс кидай. И игрушку. А ты что взял? А, любой. Да, любой. Ну, бери. Как, а ты какой? Любой. Я взял синий. Любой. Ты тоже. Ты любой можешь брать, какая разница. Такой же, как и лидер. Если любой, такой же, как и лидер. И поэтому и спрашиваю. Да. Ладно. Да. Не вопрос. Такой же, как лидер. Все хорошо. Ума. Держись. Ума турма. Умочка. Ну, получается, все. Дружись. Дружусь. Дружить, сбрасывай. Где он там? Забрал песика, естественно. Два. Двое приходят. Хороших ребят. Лось. Я стрелячка. Все, походил? Да, походил. Она всех стегнет, он за нее впрягает. Ну да, да, да. А он такая на самокате. И чуть что он. Шипованный шлем, он динозавр. Динозавр. Она Соник. Призрак ушел. Так. Играю я кидалу. Он берет два любых ресурса. Это будет пицца. А масть его называй. А, надо назвать, да? Да. Ты можешь повторять, можно. Пусть будет корона. Корона. Ребятки. Не, лопаты. Я сыграл три карты. Ага. А, ну все, ну неважно. Она уничтожается. Вот эта карта, да. 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 Она уничтожается, ребятки. Я вот это свойство забыл. Да, да. За лопату можете взять два любых ресурса. Хорошо, на тебе лопату. Два любых ресурса. За лопату? Mm-hmm. Ты какие ресурсы взял? А я взял? Ну, ты вначале возьми, мы возьмем такие же, как ты. А. Угу. Блин, а я не помню, я брал сейчас ресурсы или нет. Опа. Так, вспоминай. Ты взял. Взял? Да, только какие, я не помню. Пиццы я две взял. Пусть будет две пиццы. Я трачу лопату, я беру две пиццы. Да, я тоже потратил лопату, две пиццы. Чего пицца? Блин, я точно взял. Да, да. Чебупица. Потому что ты вначале взял, потом я беру, а потом я говорю, ты масть назови, чтобы мы повторили. Все, уничтожаю карту. А ты будешь строить? Что, форт нет, у меня нету. Призрака уничтожил. А там с руки можно уничтожить, да? Что? Из своей руки или из своего сброса. Ладно, не буду. Не буду из руки уничтожать. Так, дружимся. Дружись. Случайно. А, можешь эти еще выбрать у вас, да? Кэп Форд строит. О. Два очка. Построить форт с удорожанием в один ресурс, но еще два очка заработать. Где? Вот этот. Это построить форт, потом получить два очка. Ну, это с плюс форт. Да. Это... Нет. Это построить нет, форт. Это форт, вот, плюсик, видишь? А, все, да. Понял, блин. Так, ну, строишь форт и получаешь в очки. Естественно, этого берем. Вообще кайф. Прятала, да. Вот. Подружились, теперь, значит, приходят кроты с мадамой. Чего? Кроты с мадамой. Этот сброс. Ко мне прибегает живчик. Две лопаты в конце хода. Перед вашим розыгрышем карты можете сбросить одну карту из руки, чтобы взять одну карту из вашей колоды. Ну, типа такой. Угу. Нет карты. Мадама неплохая. Всё. Неплохая.
Мадама такая. Прыщак сюда пришел. Дама, дама, тема. Дама, мадама. Подам. Каляка. Ух ты, клеюк в там накидал. Да, я, короче, накидал кучу клеюк, но я беру только одну, потому что мне больше не помещает. Я возражаю. Вот у меня клей. Угу. Я беру, какую ты взял? Ну, в смысле, тут другие. А, все, я тоже делаю то же самое, я тоже подражаю. И одно победное очко я получаю, потому что у меня здесь одно. Подражаю. Подражаю. Одно победное очко. Игрушечку. На дне. Ну, мы на лейт. Все? Все. Так. Взял таранчика, положил. Иван Таранов, пивовар. Это сюда пришла. Репей выставился на всеобщее обозрение. Пошел на этот. На панель. Так. Ого. Ну так, такой у меня был раз. Там два, панельный три, дом, четыре, да? Да, панельный дом. А ты подружился? Подружился. Угу. Я как? Взял отсюда. Да. Мадам не стал. Ух ты! Да блин, застали у всех собак разбирать! Пискля! Вау. Уровень форта хотя бы 2 и добавить клей. Вообще изи. Можете заполнить свой это тайник. Денискин. Фишками игрушек из запаса заполнить прям до максимума. Офигеть. Она приносит... Она тырит игрушки. Ну, тут надо смотреть, что вы делаете. Тут слишком много у меня вариантов формы. А, это у вас... Извините. Чё ты делаешь? Ничего, я закрутил ход. А я с этого... Собираю рюкзак. Это скопировать а, рюкзак. Свой это ты можешь вот. Вон у Филиппа вот у эти три. Полное. Что полное? Свой тайник. Тайник. Сюда, он у меня полный. У меня тайник полный. Строй. Чё строй? Ну ты умный пипец вообще, не могу. А, из своего рюкзака в свой тайник. Понятно. Ё-моё. Там еще да. Инфографика. Вопрос по поводу Ватсона. А у него свойства. Возьмите одно случайно выдуманное правило из коробки, а затем верните одно ваше выдуманное правило в коробку, положите Ватсона под... То есть у меня уже есть, я беру, и я могу любое убрать. Что? Или только то, которое уже было моим. Затем... А, вот это выдуманное правило. Затем верните одно ваше выдуманное правило в коробку, ну да. Вот. То есть можешь взять, посмотреть, может оно лучше. Да. Из коробки? Да, из коробки. В коробке. Да вон в коробке. Фил в коробке. Вот же. Фил в коробке, на. Выбирай. В смысле выбирать? Одно случайное. Ну, случайно. Одно случайное, там, а потом я могу точно сделай. Выбрать, да. Уверенно. Выбирай. Да. Прям верхнее. Че, зачем тогда вейл? Она скучная. Все. А мне там за что? Верните в коробку. А. Все, он отправляется в будку. Пяс! А, вот, и тут типа подписано Ватсон. У меня шницель. А у меня фиалка. Будку. Знаешь почему? Потому что он какой-то фиалка. Я вроде все. Теперь. Дружись. Я разыграл, а все. Дружись. Ты мне не интересен. Она ест девочек, которые. Серьезно, там вон пес. Ладно, молчу. Пискля. Чё, изичная? Уровень форта хотя бы 2, добавьте один клей. Можете... За клей просто да, я забираю игрушек тебе наворует. У тебя надо потратить игрушки будет, чтобы сыграть эффективно. Одну пискля. Что у него, ну, мадам? Ничего, мадам тоже. Ну ты заберешь. Тут такие бонусы, блин. Ладно. Корона. Да я думаю, сейчас, секунду. Корона и монета. Форт засунуть. Да в смысле, он тебя байтит, чтобы ты писклю ему оставила. Не, я писклю по-любому забираю, я вторую карту выбираю. Тогда выкладывай. Опа, да. Крепыш. Почему все собаки мимо меня? Серьезно? Потратьте пиццу. Просто потратьте пиццу. А, можете... можете удалить до 3 карт детей из вашей колоды и, или сброса не из руки. Затем вы должны замешать свой сброс в колоду. Положите крепыша под вашу будку. Нет, ну так, ну это чистить колоду. Как меня бомбит. Психи. Да останется тебе этот как пес. Как меня бомбит. Не нужен никому этот крепыш. Вообще не нужен. Колоду почистить и потом прокручивать как карты. У тебя много плохих карт в колоде? Ну, конечно, есть плохие карты. Есть всегда. Плохие карты у меня. Может, есть. Призрака забрать? Тем более у меня уже выработана стратегия, которую надо подпитывать карты. Не приходит карты. Котя.
Блин, могу верхнюю брать, ну ладно. Друся. Девочка-котя. И выкладываем. Остатки. У меня гром слабки. И терминатор. Ничего себе. Терминатор, реально терминатор. У меня вот это уходит сюда. Угу. Чпоникс. Я выкладываю карты. No. Фиалка жрать хочет. Давай так сделаем. Репей, пойди покорми фиалку. С собой. Чё, с собой? Да. Нарви волос с башки. Шерепей. Так, за скейт пиццу получить. За скейт пиццу. А где мои карты? Почему без карт? Набери. Набирай. Ну ты, конечно, даёшь. Пиццу получил. И умножаю победные очки на рюкзак, то есть получил 2 очка. Получил 2 очка, да. Не, не буду. Повторяешь, нет? Нет, не повторяю. Я что, повторюсь кухарюшку? Дальше. Он уникальная индивидуальность. Да, я сама дальше. Индивидуальность. Это уходит. Дружись. Дружусь. Поделкин. Самоделкин. Так, теперь. А теперь что? Все? Добор? Одну я взял. Выложил во двор. Да нет у меня ничего. Кот ко мне приходит, да? Все. Найс. Найс, чумите. Так, все ты походил. Да-да-да. Перед вашим розыгрышем можете сбросить карту из руки, чтобы взять карту подожди, из колоды. Вот это. Ну да. Да. А теперь розыгрыш. Как у меня ничего не забрали, удивительно. Можете сбросить карту. Да у него карту красивый лежали, я знаю. Ну красивый, но там псы были. Ну а типа псы это победа. У кого? У Филиппа? Да, там хорошие были. Да какие там громада, блин, что-то еще. И там две лопаты. Блин. И две лопаты. А ну, все тут ну, я же говорю, пес был. На выбор. Либо Фил, либо пес. Забрали. Так я собаку забрала. Ну, я собаку забрал. В том-то и дело. Я бы пса выбрал. Ну, все бы пса выбрали. Конечно. Он поэтому... Филом, почему псов... не Филиппа? А зачем он нужен? Он красивый. Пес это очки. Нет, псы красивее. Фил, блин. Нет, Фил, псы умнее. Какие? Которые срут и жрут свое говно, пацан? Да. Да. В основном. Играю веснушку. Давай. Будь форт строить. Подожди, ты сыграем, потом мы. Я нижнее действие играю. Я форт со скидкой в один ресурс. Хорошо. Со скидкой. У меня, значит... Соски. Так, мне надо 3 пиццы. 3, я оставлю себе одну игрушку. Так, 3, 3. Чего? Кто? Да это соседняя вытяжка, все нормально. Построил форт. Я скидываю, строю форт. Верхнее действие. Под... Давай психи. Так, мне нужна пицца, шмица и пицца. И на один дороже. И на один дороже. Ходящий. Вот, 4 ресурса уже будут. Не кричали. У меня лучший толстый кот, и я его люблю. Понятно? Вот так, и я беру вот этот бонус. Я тоже строю. Так откуда вы строители такие взялись? Я плачу 2 игрушки, 2 пиццы и любой ресурс. И на один больше, потому что у меня кот. Повторяет она за мной. Да. Неважно, мой кот, мой кот. Угу. Мой кот, мой кот. Угу. Твой кот, твои правила. Угу. Мой кот, мои правила, да. Cat, Никита, не повторяешь? Тогда мы дружимся, да? Дружитесь. О, что? Что опять? Алиночка, не так? Что такое? Ну что случилось? Я опять не ту карту сыграла. Нет, все правильно, все хорошо. Котя, 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 Котя. Победные очки за каждый клей. Братик, репей. Репей то, что тебе нужно. Еман да. Развод. Репей забирай. Репей красавчик. Я, репей красава, он повелитель этих дворов вообще. Блин, зачем я скинула? Надо было монетку. А если бы... А, один хрен, какая разница. Там не Кочу беру. Угу. Я на вас не посмотрел. На репей, на меня я, смотри, бери, у меня брать. Хорошая, бери.
Так, и с этими товарищами никто не поиграл, док и скаут. Что? В конце хода есть две лопаты у кого? Нет. Все, ходи, да. Пришел сюда. Ох, сейчас будет красиво, смотри. Псина. Да, добавьте одну мазь из руки, но не книгу. Я добавляю сюда принца. Чарльза. Есть. Выполнил. Можете выполнить одно действие одной карты ребенка из парка или любого двора, как если бы разыграли ее. Не сбрасывайте ее. Соперники могут повторить общее действие. Положите эхо под вашу будку. Я хочу сыграть дока. Так. Вот этого. Повторите вот это. То есть я карту кладу вот сюда, на вышку. На вышку у меня идет шпион. Ты не должен озвучивать. В смысле? Да какая, да какая разница? Оно ни на что не влияет. Угу. Ну, понял. Так уж видите. Ну да. Название нам ничего не даёт. Короче. Вот так. Это один ресурс тайник, правильно? Mm-hmm. Так, что тут у меня? Рюкзак. Рюкзак. Так, после этого получить победные очки по количеству карт на вышке. На вышке. Два победных очка. Раз, два. Эхо идет в будку. Это идет сюда. А мы же там что-то повторим. Можете вот это повторить. Вот это. Верхнее действие. Верхнее. Скину в книжку. Будешь? Да. С удовольствием, если бы было. Что-то стой пришел. Это вообще-то даже не знаю. Ну смотри, я буду делать, но у меня вопрос. Да, ответ. Привет. Я сбрасываю. На вышку? Да, господи. Ты книжку вначале сбрось. Сюда. Теперь на вышку добавил. И вот ресурс рюкзак. Блин. Сейчас, подождите. Оно мне надо. Надо, наверное. Да нет, тебе нет. Не, надо, надо. Смотри, у меня вопрос. В свой ход, выполняя вот это действие, которое мы сейчас делаем, можете помешать... Свой ход. Да, сейчас не твой. Помещать карту. Сейчас не твой ход. Это не является. Нет, 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 нет. Что? Нет, нет, нет. Опять передумала? Я не буду. Просто не буду еще. Ну, типа, я не повторяю. Ну и... В любом случае, я это сделаю. Чтоб карты... Да, естественно, надо. Что сделаешь? Повторяю. Вот это действие. Добавляй. Так. Угу. Я добавляю. Добавлю. Так. У нас никаких бонусов на скейты нету, да, к сожалению. Смотри, написано, можете удалить эту карту и разыграть еще одну карту. Эту карту. Выполнив действие карты. Можете удалить. То есть ты выполняешь действия карты, которую разыгрываешь. И удаляю, и делаю. Удаляешь еще ту, которую разыграл, да, и сыграешь. Все, теперь я. Разыграть еще одну, да. И теперь вот это, да, я могу сделать? Да. Да. Это у нас что? Положить ресурсы с тайника в рюкзак. Карман. Тебя давай отправлю. Все. Так. Не, все. Денис. Выходи. Что? Ну, за тобой же действия повторяли. Дальше у тебя дружба там. Жвачка. Дружба, подожди. Терминатор. Фигня. О, лопатчик норм. Да, он у меня лопатчика. О, пожалуйста. Лопатчика. Он мне никогда особо не нравился. И вот этот мой лучший друг, он идет сюда, поэтому... Хороший, кстати, с Форд. Да, сюда. Да, у меня... Баяка пришла. Забрал баяку. Да. Два кота у него, кстати, уже. Очки дополнительные могут быть. Это брос. Заброс. Это двух котов сколько там начисляют? Три. Ого. Один, три, шесть, десять. Так, я играю повара.
Повар спрашивает. Получаешь пиццу за каждый скейт и за этот. У меня два скейта и, ну, собственно, три пиццы получаешь. Это все. Да. А где камбулина? А зачем более? Повторяете? Нет. Книги? Нет, у меня нет книг. Книги на пиццу? Да нет, книги. Все? Так, мы глупые. Я дружу. Дружись. Я дружу. С кем? С кем попало? С кем? Есть такое. Лучше будь один, чем вместе с кем попало. А что там у тебя долг? Долг не хочу. У тебя никого. Омар Хайям. Ну, пусть будет вот так. Поделкин, Самоделкин. За умняшки с двумя книгами. Я ору с картинок. Ну, братик с сестрой за умняшки такие. Их никто не любит. Новую взять. Вон по уши. Не, ну даунтайм, конечно, развела. Да. В детской игре, Алин. В детской игре. Ладно, кто не рискует, тот не кайфует. Кайф. Кайфанула Расть. А это кто? Тоже Омар Хайям? Тоже Омар Хайям. Это сюда. Лучшие друзья. Брос. Пёс. Псина. Герцог. Пошёл ты, сброс. Три разных масти. Я хожу. Ходи. Давай в масть. Раз. Китос, красава. А, я ж... О, красота, ты ж мой... Ой, красавчик. Смотри. Я делаю дерево, и у меня форт 3 плюс 1, 4, я могу сюда 4 карты положить. А это значит, что я выполняю бонус, в свой ход выполняя это действие, можете карты из парка, из колоды парка или из любого двора. Я заберу раз карту. Чпоньк, пёс еще один. Гавкинс. Добавьте две разные масти из руки, но не короны. Лучше вот этой реакции три было. Филиппа на собак нарисованных. Он любит собачек. Я понимаю. Так, и вторую карту. Вторую карту. Чё, у меня? Да пожалуйста. Сейчас, подожди. Вообще идея. Разные масти из руки, но не лопаты. Какую вторую карту? Сейчас. У тебя больше нельзя? Можно. У меня форт 3 плюс 1, 4. У тебя форт второго уровня. Да. Это победные очки ты столько получишь. Подними. Ах ты ж зараза. Угу. Блин, это неудобно, я понял. А почему тут карты тогда? Ты там можешь положить 3 ресурса и 3 карты. Ну... И вышка. Количество карт плюс 1 плюс уровень форта. А, я форта. Думала, он уже взял одну карту и еще одну. Я хотел еще одну, но хочет, да. Он хочет четвертую. Мне Денис подсказал, да, 2. 4 нельзя. Да, да, 3. Я думал, 4. Так, ну и форт я строю. Получается... Раз, два, три, четыре. Давай 55. Форт строить. Повторил, лопату плачу. Это не форт строит, это на вышку карту. Ты можешь только... Ну да, я... Добавляю еще один клей сюда. Блин, а кого забрать мне? Так, я скинул сержанта. Товарищ сержант, и скинул сюда два клея. Что? Вот так. А? Куда? Хорошо. Так, все. Это у меня уходит, это у меня уходит. Этого я забираю. Та, ё-моё. Пушок. Один за другим поперли. На вышке хотя бы одна карта. Потратьте еще два ресурса, получите три победных очка. Ну, пошел голодный. Дальше. Да, да, да. Ну, получается, я все добыл. Да. У меня ноль, код ко мне. Угу. Так, все, хожу. Да, пять карт добыл. Док в сброс. Живчика использовать не буду. Надеюсь, тебе нужны игрушки. М? Надеюсь, тебе нужны игрушки. Да. Я играю Милаху, вот так. Угу. Добавляю сюда еще вот так, оп. И дружусь с тремя и добавляю себе три игрушки. Давай. Пушок. Раз. Герцог. Ну, конечно. Два.
Он сейчас всех собак себе туда накидает. Ты понимаешь, если они сразу к нему в руку придут, они... Да, я их не сыграю. Это да, так это что... да. Будем надеяться. Ну, так я на это и надеюсь. Получается, если повторяю, я с кем-то дружусь, получаю игрушку за каждый пистолет. Да. Шпион. Ну, один только пистолет. Да, ради бога. Ну, в смысле, если у тебя на башне есть, конечно. Да, два моих скейта работают. Ты работаешь, правильно? В поте лица работают два моих скейта. Держи. Три игрушки. Раз, два... Сейчас принесу. О, ты мой сладкий. Так, смотрите, все, я... Можете повторять? Я повторяю. У меня вот есть пистолет. Угу. Я с кем-то дружусь и получаю игрушку. Сразу получаю игрушку. Ой-ой-ой-ой-ой-ой, пожалуйста. Дружусь я с кем? Да с кем-то новеньким. А у вас пусть да во дворе. С кем-то новеньким дружусь. Ну ладно. Не написано, что... Спасибо большое. Что за вопрос? Все. Не-не-не, сейчас. Я погружилась за Ларису. Когда повторяю, мои символы с вышки учитываются или нет? А мы играли, что учитываются. Ну да. Там же написано, что вышка... Она вышка ради этого и нужна, для того, чтобы типа дополнительно... Ну только к своим или ко всем действиям? Подожди, это... Мы же играли все время так уже. Это розыгрыш. Нет, вот тут. Ладно, я пока сыграю. Да, тогда. Пока вы ищете. Я играю пса, пистолет. Это понятно. Потому что я его в этот ход не смогу реализовать. А, я получаю одну карту, да? Дружишься и игрушку. Да, плюс игрушку. А дружиться я буду с кем? Да, я не знаю, сука. Да, это тоже учитывается. Пол на карты. Да, учитывается. Карта на короны. Ну, я так понял, так что учитывается. Карта на короны. Ну, типа, иначе нафиг я только под всего. Ну да. Да не, правильно. Кстати, у меня... А, ну сейчас будет двор пустой, да? Вы же еще повторяете там. Сейчас. Блин, это... Ты сыграла, да? Это я подражала. А можно первым я буду как бы подражать? Ну ладно, хорошо. Ну давай. Делай. А, да, тут не важно. Спешить. Это важно. Я подражаю раз, два. Угу. Что там, Джокер, да? Да. Мне две игрушки. Угу. Два друга. Раз. Сюда. Угу. И два. Шустрик. Такой. Он похож на актера из комедийных этих фильмов, самый популярный. Больше тупее? Наверное, да. Ну, все, я подражал. Ты поподражал? Ты поподражал? Я, да. А, ну все, теперь я. Дорожа. Так, это я взял, и кого бы мне... Пиццу. Пиццу за скейты. Ух ты, песто! Да, началось. Уровень форта хотя бы 2, добавьте 2 вот этих пистолета водных, получите до 3 любых ресурсов, ну и добавьте в запас, либо в рюкзак. Угу. Песик песто. Так, все, повторения закончились, это все в сброс. Да. Это я уже набрал 5 карт, ну в смысле у меня пустая рука была полностью. Угу. Двор пустой, этот ко мне. А ты друга взял себе уже? Да. А, это счет точно. Ну отсюда вот он взял уже. А, друга себе. Не, это по свойству. Это пару... да, ну, да, блин, да. Я... это было по свойству. Угу. Это ну, понятно, сложно, забирай. Сложно приручить. Очки я запарил. Да. Пистолеты. Сварим упал. Пистолеты у меня есть. Я только что их 3 сыграл, они все сбросил. Ну, как раз с псом придут эти пистолеты. Да. Да, у него 3 пса придут. Вот. Да, это надо закомбить, это сложно. Это очень бери, сложно. Бери. Ты нам очки отдашь тогда, как хочешь. Ради да бога. Не, ну кайф. Чё? Это сложно. Ну, блин, это офигенная карта. А что у него за свойство, подожди? До 3 любых ресурсов. Офигеть. Да, это как и были. Это как раз были на уже форт. Такие псы. Тебе до форта осталось. Блин, он сейчас этого пса сыграет и форт поставит. Как я его сейчас сыграю? Он у меня пойдет в сброс, потом он мне еще надо поднять придет, его оттуда. Ты его будет. Сыграешь, 3 очка. Это еще несколько ходов, Никита. Да, конечно. ПО за каждую карту на этом самом получает. С твоим визитом, блин. Блин, ну и вам этого пса отдавать, да, ладно? Это пусть, сильный пес. Пусть будет. Боже, Никита, что ты его так одухотворяешь? Это просто картинка. Проглот. Это сильный пес. Он его байтил на пса. Да не нужен мне этот пес. Своих бы приручить. Все, я хожу. Он псов откроет и все.
А как он? Как? Как они придут в группу? Они, полные, они даже если придут, да, как друг, друг, друг друга погав, они у него три правильно, он одного... Он их выложит сюда, и мы разберем. А мы, а они все перейдут дальше нам. Так что мы их разберем. Так что на этом и вы. Бояку забрал. Хорошо. Да, не будет этого никогда. Все, забыть, брат, забыть. Все, все, по красоте иди. Смотри, играю скаут, а? Да, блин, опять вот с этими лопатами. А, это в этот положить. Да, клади. Не надо мне это. Так тебе игрушки не лезут. А, ну ты можешь сначала убрать, потом получить. Тогда не дай. Ладно, плевать, сколько у меня форт. Три могу здесь. Игрушку сюда. Можете повторять. И две игрушки получу. Две лопаты, зарыл две игрушки в рюкзаке. А ничего такое. 4 плюс 1 это 5. И еще плюс 2 я могу хранить до 7 в рюкзаке. Пиццы нет, то что у меня есть. Чего у меня нет? Все? Можно повторять? Ну да. Да, да. А, вот, я кладу. Повторяю. Угу. А, кладу одну пиццу. Да я вот еще хочу попробовать собак подзаманивать, так что игра еще не закончится. Офигеть, у вас там будет дохотик. Так, ну доигрывайте. Что, я не копирую, нет. Я не буду. Сюда. Это мой лучший друг. Сюда. Отдай. Угу. Че вы творите, психи? Да блин. Что же я все. Да что такое? Имбу не нашел. Пришла имба. Да я нашел, я нашел имбу. Слава богу. Ну ходи. Неплохо. Так, 5 карт взял. А, ты набрал все? Это последнее действие. Я разыгрываю, я строю форт. Так, за книгу. Пук. Ну нормально, громко было. Главное, чтобы не запахом. Ты выиграла? Нет. Она вот только. Ты чё пугаешь? Блин, у меня чуть сердце не остановилось. Сам боюсь. Вы запарили. Давай. Что давай? Она еще не доходила, я не копирую. Сыграла, теперь... Я не буду. Дружим. А я скопирую. I don't know. Подожди, кто-то копирует? Нет. Подожди, друг. Нет. Нет? Может, ты сказал, а я скопирую. Да, я пошутил. То нет, нет. Это скопировать ресурсы из рюкзака другого игрока. Да. Копи, копи, копи. Что, что? Любой. Вот это? Да, да. Один? Себе. Добавить, да. Копию ресурсов из рюкзака соперника в свой тайник. Ресурсов. Любой, что тебе надо. Подожди. Всех. А, всех ресурсов. У Филиппа. А у тебя выдержит рюкзак? А сколько надо? Сюда, тайник. Охренеть. Вот это ты ее накормил. Ну, 5 ресурсов. Сейчас она бам, все, победа. Да я не хочу собак, может, разыграть. Ресурсы у нее не заберешь. Вот, слушай, странные какие-то. Я тоже, может, хочу собак. Я бы на одну собаку сыграла, у тебя одна собака. Ты друга брал? Да. Подожди, сколько у вас собак? Ты собаку не брал? У тебя две. А, я друга не брал, дай мне. Я ж тебе говорю, ты чё? Да. У тебя две собаки. Малая. Да, у меня две собаки. Блин. Да, у меня две собаки. В том-то и прикол. Не, надо собак выкладывать. Надо. Конечно, надо. Да не будет еще никто игру заканчивать. Я разыграла, поместить в сброс. Да я вас знаю. Две карточки. Сейчас Денис резко закончит. За один ход сразу три форта построит. А бонусов 5 было? Ты смешной. Да, бонусов было 5. Денис, мастер, сейчас механизм свой сделает. Из космоса турбины прилетят. Ну пусть будет, блин, мне не с чем. Ну пусть будет малая раз. Малая. Малая два. Красавчик. Жесть. Выкладывай. Вот, понимаешь, ей там чистить надо. Задиры с водными пистолетами. Я тебе про что говорю? Ты когда берешь я карту, поняла. Положила сюда, ты могла посмотреть, может, она тебе вторая не нужна, я взяла бы уже другую. Да. Поэтому спишешь. Ну мне просто нужна, поэтому я взяла. Зачем лишнее действие, если я все равно... Нет, так надо, хорошо, понимаешь? Я понимаю. Так, что... доигрывайте там. Все, ты взяла, подружилась? Да. Это сюда, что там у тебя в руке? Роллер сюда, и а это... поделки найдем. Блин, роллер Костя. Роллер крутой, он ей чистит. Шкитяу, мочи. Роллер Костя. Роллер Костя. Тайкун. Костик роллер. Роллер Костик тайкун. Роллер на руке. Роллер на руке. Что там?
скейты? За скейты получаю пиццу, играю монету, это раз, два, три, четыре. Пицца за скейты, пиццы. Вау! Братик, ты вообще, ты такие красоту делаешь, я прям... А, я ж не добрала. Изнемогаю. Изнемогаю. Четыре пиццы. Копируйте. Одну. Подожди, что? Пицца? Нету пиццы. Все съели. Пицца за скейты. У тебя нет. Нету скейтов. Монетка. Нету монеток. Скейтовую. До свидания. До свидания. Я тебя люблю. Ты повторяешь? Повторил уже, да. Он уже. Одну пиццу выложил. Смотри, вот так. Скейт раз, скейт два. Давай пицца. Красавчик. Я в тебе не сомневался. Так. Кажется, что я не люблю. И я получаю 3 очка. Если мы все будем разыгрывать вместе. Да, значит, да, все нормально. Ты что? Ушло. Выбираю себе что-то из друзей, хочу кого-то. Красиво бери. Бери моих, они классные. У меня вообще Поделкин, глянь, какой. Это друзья-невидимки. Кайфушник. Ленка, Андрюха и Валерка. Это что вообще? Что? Проглот, острячка и задиры. Ты что, не узнал? Пауза, пока Никита думает. Умножные. Опа! Я подумал. Я блин! Ладно. Ну, паузу делаем. Ну, если можно. Проглот. Делаем. Сейчас он доходит. Чпуньки. Давай, дохожу тогда. И это у меня уходит вот сюда. Прилипало. И добор. Раз, блин, два, он себе на глаз тучу приклеил. Это нормально? Тучу? Да. Это яйцо. А! Это глаз! Я думал, это яйцо. Так, живчик, вначале перед розыгрышем карты сбросьте одну с руки, возьмите из колоды. Не зашла. Ну ладно. Тогда мы делаем следующее. Играем мураша с Джокером. Можете за скейт сложить в рюкзак ресурсы. Можем. Но не будем. Ну не будем, да. За скейт в рюкзак ресурсы. Я два. У тебя больше не поместится, Никита. А, ты на третий уровень перешел. Ну, я сам, в общем, делаю. Тут у меня вот как раз под расчет 7, плюс 2 у меня уровень форта 4, плюс 1 5 и плюс 2 7. 7, и теперь победные очки за все ресурсы в рюкзаке. 7 очков. И это вот этот твой великий 8. Ход? Ну, 8 очков ты каждый ход получаешь. Офигеть. Не, ну это сильно. Если он так будет сейчас мочить. Вот, все, будете повторять. Наберет. Нет. Что там в рюкзак за нет? В рюкзак за скейты. Нет. Все, и этот у нас ушел во двор. Веснушка. Хорошая девочка ушла. Да, такое. Сейчас не получилось с ней поиграть. Раз, два. А, дружиться. Ничего не складывается, блин. Блин, все это мне не надо. Случайно. О! Пиос. Пиос. Локи. Локи. Смешно, этот, походу. Шпиц. Шпиц, да. Под, со стрижкой такой. Две разные масти из руки, но не короны. До трех любых ресурсов. Положите Локи под будку этого соперника. Можете взять до трех любых ресурсов с планшета соперника и поместить в свой тайник. И, но Локи идет под будку соперника. А, ага. Если он придет к кому-то другому, да, но сворует у него ресурсы. Да не нужна мне эта псина, блин. Забирай. Сутулая. Ух ты, у тебя колода там. Да капец. Такая прям весомая. Ну я же с помощью этих вот набирал. А вот те две карты, это что? Это Милаха вот мне принесла. Это я набрал уже. Милаха мне тут подсуетила, блин, колоду. Чё-то я ссу. Не надо, Алина. Ну, тазик поставить? На паузу можно. Да ну. Все, Денис, ходи. Капец, у меня вообще жесть. Что тебя шантропопит? Угу. Я просто хочу выиграть, я что много попрошу. Серьезно? Угу. Прям так это сильно? Угу. Да блин, ты че? Ну так, представляю. Играем проща. Давай. Берем одну пиццу. Угу. Серьезно? И строим. Что строим? Да не, не. Победные очки за каждую лопату. Смотрите, у меня раз лопата, два лопата, три лопаты. И три победных очка. Но карта уничтожается. Я хочу повторить. Просто пиццу. Просто пиццу. А где карта, которую я уничтожал?
Вы ее не замешали? Вон они. Там они? Вот. Все, все, все. Будете повторять кто-то? За лопату пиццу. За лопату пиццу. За лопату пиццу. Пицца на лопате. Чи-чи-чи-чи-чи. Стой, я хочу. Я хочу. Дай подумаю. Не думай. Так, вот так. А куда ты пиццу положишь, скажи мне, пожалуйста. На голову? Ну я ж могу ее сыграть. Куда сыграть? Вот эту. Но не получить пиццу. Но не получить пиццу. Просто сыграть. Конечно. Ну типа оно не лезет. Неадекватный. Да. Ну, я чтобы не хочу сюда выкладывать. Карту не терять. Смысле неадекватный. Все, Алина не повторяет, я правильно понял? Да-да-да. Дальше. А, дружиться. Дружись. Дружиться, дружиться. Да, ты уже следующий ходишь. Возьмем за дзир. Опа! Пес. Батончик. Это просто круто! Добавьте бедный, две книжки, можете переместить мисс. Суммарно до двух карт детей с любых вышек, даже вашей, в свой сброс. Вау. Положите батончика под вашу. Это... Да, детей с вышки снимают. Вышки можно закрутить. В смысле, кому-то чтоб... прикрутить. Ну, получше можно карты закинуть туда. Мне бы, допустим, классно было с моим свойством. Почему? Кому-то с вышки скрутить. Ну, ну кому-то. Да, кому-то с вышки скрутить. Я не вы. Поделки у нас никому не нужен. Возвращайся к маме. Оказался. Он тебе так вот, да. Разыграйте одну карту. Я разыгрываю каляку. Каляка. Каляка-маляка. Я беру игрушку, закрыли. Я беру одну игрушку. Пук. И победное очко. Так, заклей, заклей, заклей. Вау, unbelievable. Вау! Повторяю. Подожди, а этот где был? 5 или 6? На 3 5. У него было, и потом еще 3, 6 было. А, 6. 3 было, да? У него было 3, он еще 3 получил, 6. Повторяю. Клей, сброс, игрушка. Я не повторяю клей. Я нет. А, 3. Вот уже у меня еще клей. Ага. Офигеть. Ну, этот сейчас все, форт строит. Да угомонись, господи. Все, я дружусь. Так, разыграли поместить в Бразон Гортус Парк. Просто трэш. Я даже не знаю. Ну пусть будет у меня милаха. Рейнджер. Уровень форта хотя бы 2, добавьте 2 скейта, можете сбросить любое количество карт детей со своей вышки. Затем можете поместить до 2 детей из руки или сброса на свою вышку. Ну, короче, поменять свою вышку, пересобрать. Что там, дойдут до тебя сейчас какие-нибудь собаки? Не, ой, я нужны. Собак брать не буду, сразу говорю. Я точно не буду брать, мне пока эти... Вы... Ну, я не знаю, стрячку. Вот еще тебе собака. О, чисто собачья мысль. Сапа. Уровень форта хотя бы 2, добавьте 2 лопаты. Получите до 3 любых ресурсов. В рюкзак или в тайник. Все. Это ты все. Подружилась. Офигеть, собак, конечно. Нету. Реально собачья выставка. Эти все идут вот сюда. Да. 4? Да. Офигеть. И 1, 2, 3, 4. Держите, о, котяру. Мау! Пельмень наконец-таки поменял двор. Блин! О, там больше детей гуляют. Да за пельмени двор стреляю в упор. У меня вообще не к селу не город. Там больше еды, значит. 4, 5. Этот уходит сюда. Я, конечно, лоханулся. Угу. У меня тут 2 действия, и то мне надо. И тут надо думать, какое важнее. Ну, наверное, важнее будет все-таки вот это действие. А, ну нормально. Да нормально все будет, Денис, ты говоришь. Я играю в скейты. Ну, у меня 3 скейта. Я могу 3 ресурса переместить сюда. У меня 3 плюс 1, 4. 1 я перемещаю, это 4. Кто-то копирует скейты, я строю форт. За скейт в рюкзак убрать? Да. Нет. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Улучшился. Слушай, может все-таки за скейт убрать? Чё-то. Улучшился. Давай. Угу.
Вот так. Убираю. Три. У тебя еще два скейта на вышке. А, ну супер. Вот так. Блин, ну это опасно, вы же будете копировать. Улучшился. Да кто там будет копировать? У тебя только бывает. Это сброс тебе. Теперь я беру себе друга, правильно? Угу. Бери. Подожди, ты уже карты набрала? А, все, извини. Да. Все, я взял себе друга. А, у меня забрал, да? Да. Красавчик. Это уходит сюда. Офигеть, что ты за детдом? Заберите, пожалуйста. Забирайте псу. Двор трещит, пошел. Ко мне бояка прибежал, да? Благодаря бояка? Никите. А где он вообще? В конце твоего хода прибежал. Если у тебя не останется. В конце да? любого хода. В конце твоего хода. Короче, смотри, это раз. У меня раз корона, два корона. Считается, что у меня две короны? Где? Ну, во дворе написано. Во дворе. А это считается как? Это бонус. Двор? Это не двор, это вышка. Это вышки. Двор вот прям отмечен. Окей. Тут я требование помню, именно во дворе. Хорошо. Маркиз. Ну и получается Маркиз всё. В парке гуляет, чисто парковый кот. Паркот. Паркот, да. Кот есть паркот. Маскот, а есть паркот. Всё. Так, живчиком пользуюсь, меняю карту вот эту на карту вот эту. Ну и неважно на самом деле. Я играю вот, смотрите, шпион. Нет. А, две пиццы. Можете повторить, за лопату получить пиццу. Пицца на и я лопате, получаю пожалуйста. Победные очки за уровень форта. Уровень форта у меня 4. 4 победных очка. Раз. Два, три, красава. Так, я на восьмерке, да? Я трачу лопату. Угу. Получаешь пиццу на лопате. Угу. Блин, почему пепперони. На лопату? Вот просто это... Одну. А можно собаку сбросить, блин? Ну, если у тебя собака с мастью ну, лопатой... Да? Да. Нет. Она уже там живет. Я не хочу. А, и этот символ для тебя работает, да? Нет, она просто уже... Я просто спрашиваю, можно ли от нее избавиться? Да нельзя. Нельзя избавиться от собаки. Нельзя. Можно, но не нужно. Все, все покопировали, давай. Покопировали. Я дружусь, ну пофиг. Конечно. Они все лежали в конце. Шкода. Ну так получилось. На вышке хотя бы одна карта, потратите ресурс, получите два очка. Ну понятно, ладно. Все, это сброс. Шкода, Октавия, так. Это взброс. Авария у меня вот ни с кем, никто с ней не играл. 5 карт. Блин, так, что не... 5. Так что никто тебе не приходит. Блин. Все. Вот эти чуваки идут сброс. Не, ну у Фила там прям хорошие карты, которые ему дают очки. Прям мощные. Пожалуйста, господи. Что? Строит форт за скейт. Что я хотел? Мне нужен какой-то ресурс. А, нет. Толстожопого, к сожалению, к радости у меня нету, поэтому две и одну. Одну. Сейчас, подожди. Одну. Так, сюда. А там же можно без очередности, да, типа... Что без очередности? Выполнять действия. Типа можно сначала личное, потом общее, да? Нет, что по очередности. А там типа это было указано, да? Это важно. Я просто сейчас для моего хода. Посмотри. Посмотри быстро. Кто копирует? Никто. Я копирую. Копирую. Вот скейт. Угу. Строю три игрушки, да. Три пиццы, любой. Я закончил игру. У всех по одному ходу. В любом порядке. Как там? Уже... Как игра заканчивается? Ты? Я форт достроил. Серьезно? Да, да. Я же говорил, он же у меня ресурсы были. Мы по одному были. Действию делаем. По одному ходу? Да. Спрос. Ну, то есть... Лидер доигрывает свой ход, а затем участники делают нужное число ходов да, для завершения до текущего лидера. Раунда. Ну, да. Кто у нас первый игрок был? Алина? Я. Ну, вот. Нет, лидер сейчас ты. Ты доигрываем и сделал. А, все, я понял. И у нас по одному ходу. Ну, доигрываю. Я а, сейчас я лидер, до меня. В моем ходу построили. Я в твоем ходу построил, да. Вот, значит... Ну, как это произошло? Ну, я скопировал повторил. Его действия. Повторил действия. То есть я сейчас доигрываю, потом все вы сделаете офигеть. По одному ходу и все. Угу.
А, ну отлично, я поиграл, конечно. Молния. А, дружимся. Вообще плевать уже. Молния пришла сюда. Эти все пришли вот сюда. И теперь сейчас будет кошачье нашествие. Пельмень пришел ко мне, живчик пришел ко мне. Вау. Ну, пока там нормально сейчас. А этот? Нет, у меня короны нет двух корон. Двух макарон нет. Блин, лимон у меня хвост сложился. Жалко, Филипп меня передел. Ну ладно. Та-та-та-та-та. Это все идет сюда. Угу. Разыгрываем карту. Я строю форт. У меня три таких, три таких. И любой ресурс. Хорош. Ну, макаронную поделку я не забираю. Угу. Кто-нибудь копирует? Нет? Mm-mm. Подожди, стой. Никита подтягивается, не хватает ресурсов. Никита, не хватает, это жестко. Не хватает, что тут вообще? Да подожди, у меня еще будут какие-то, может, другие ходы полезные. У тебя один ход. Я копирую, но ничего не делаю. Так нельзя. Смысл? Чтобы карту... Ты нет, ты обязан выполнить условия. Ты если не выполняешь условия, то не копируешь. То ты не копируешь. Ну, типа, да. Я копирую форт, но я не могу его построить. Ты не можешь нет, построить, ты не удовлетворяешь не условия. Какой же ты тогда подражатель? Ты же не построил. Ага. Там самое главное, то, что... Ну, да, я подумал, что я смогу тебе подражать. Я думал, понял. Похож. Ну, вот ладно, все тогда. Все? Я построил себя в голове. Я дружусь. Ты повторяешь, Дэн? Что? Форт строительство за Алиной. Я повторять. Что, карт у тебя нет вообще? А, здрасте. 3-4-5. Строительство форта. Дурачок, что ли? А у меня нет столько ресурсов. Фонарики, фонарики. Нет, не повторяю. Я забираю собак. Двух. У меня за свойства, и это я дружусь. Дружусь. Колода все не восстанавливается. Да. Ну и игра закончилась. Вот, это тоже триггер окончания игры. Возьмите 5 колод. Это раз, два, три идет. Это сброс. Ну, короче, по максимуму это просто. Сюда. Да блин! Пельмешек! А почему? У меня три. У тебя... Три? А, да, да. У тебя есть три, может, он уходит. Приходит, да. Он будки там минимум три, он все равно. Ему все равно. Я уже не набираю карты, ему все равно. Не, набирай, ты можешь повторить действие. Зачем? Угу. Три, четыре, пять. Да. Так, это у меня уходит вот сюда. Так, что делать? Гадно. Китял. Поехали. Раз. Поехали. Добавьте две разные масти из руки, но не короны. Два. Ну и три. Неважно. Играем в собаку. Что собака дает? Так, можете последовательно выполнить действие до двух карт детей из парка или любых дворов, как если бы разыграли их. О, прикольное свойство. Да. Выбирай его. Под вашу будку. Ну, я его сразу под будку. Тут выбор. Две карты полностью, да, разыграть могу. Детей. Детей. Собаки детей, вот эти детей, вот даже не да, смотри. Да, 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 детей. Полностью детей. Не смотри на собак, отойди от наших собак, молодой человек. Детей забирай. Собак. Хорош. Блин, ну тебе можно набрать пиццу. А, ну там одна всё. Ой, это игрушка одна. Ну, типа, сколько тебе на форт пистолет. Надо? А, тебе там надо три игрушки. Сейчас. Я вижу только как две взять. Подожди. Блин. Все, ну мало ли что-то поможет, надо подумать. Это последний ход, ребят, не обижайтесь. Я уже обиделся. Я обиделся 2 часа назад. Ну, мы когда еще в другую игру играли. Да. Я обиделась, когда ты еще выиграл, да, в предыдущую. Я выиграл. Так что, вы вместе. Ну, вместе. А, вы решили, что ты выиграл? Он выиграл. Тогда ну, по тайбрейкеру там выиграл, я выиграл. Да. Ну, тогда и ты пошел. Всех остановишь. Нужны на пистолету. Почему у вас одни пистолеты в конце игры? Вы прикалываете? Что мы не играли всю игру вообще? Какого хрена? Мы не воинственные. За что?
Вы так сам. Ну ладно, все равно. Бери игрушки. Давай и мозги не делай. Не, подожди, не бери игрушки. Надо искать. Две карты. Вот тут я могу получить одну игрушку. Так реально, ты сейчас. У тебя же две карты полноценно разыгрываются. Да, и очки. На пистолеты, но пистолет один. У меня пистолетов нет, получается. Нет, это за пистолеты, которые ты под эту карту подложишь. Ну, это же тоже пистолет. ПО за каждый пистолет. Вот, я же говорю. Может, с руки еще подложишь. Один. Нет, он не может сюда подкладывать. Он просто разыгрывает его свойства и все. А, да? Да, там же условия. Как будто вы сыграли эту карту с руки. Или как если бы разыграли их. Как если бы он разыграли их свойства. А, разыграли. Ну, вот разыграете, смотрите. А, ну можешь добавить пистолеты. Можешь добавить пистолеты с руки. А, где-то еще есть очки, нигде больше нет очков, и строительства нет. Я играю эту карту. Причем она уничтожается. Вот это уничтожается. Угу. Вот, и я получаю еще одну ПВО тогда. Бамс. Это уничтожается. Держи. Это уходит. Дальше. И вторую карту. Нам в конце вот эти никакие не дают, да, бонусы, типа? Все зависит от того, вышки там. А ты не думаешь, что кто-то может еще форт сыграть? Типа вышки, Денис. Денишки. Да у меня не будет хода. Алё. Я все равно добыл буду делать. Точно. Какая разница? Точно, сыграют, точно. Ну да, тогда сыграют. Нет смысла ему набирать ресурсы. Так. Да и мне форт нет смысла, тут выиграл ты. Угу. Так что. Ну там еще от цели зависит. Тут можно сидеть, сейчас ничего не делать. Я ничего уже не сделал, вообще никак. Я просто смотрю, слишком огромный отрыв. 9 и 23. Очки, но очки ну, да. Дать не... Ну и возьму... Потому что у него уже 12. Вот это две. Фитифлюхи. Пяу-пяу. Тяу-тяу. Все. А играть мне туда смысла нет. Смысла нет. Смысла нет. Добираю себе кого-нибудь, блин, такие беспонтовые карты. Бояку. Дальше, бояка, где бояка? Бояка ушел. Все, да, больше никто не... Все разобрали. Я ненавижу эту. Он сам ушел. Он сам ушел, да. Ну и все, добор. Все. Ушел. Это сброс. Еще из короны Фил. Фил победил. Ты напишешь. Денис Нитикин, да? За книжку можете добавить к вышке и в рюкзак. Ну, рюкзак у меня полный. То, что я накупаю на пацаны раньше. Вот, но на вышку я добавил челика. И, вот, и победные очки за каждую карту на вышке. Угу. Еще плюс 3. Да, класс. Раз, красава. 2, 3. Повторяйте. Нет. Карту на вышку? За книжку положить карту на вышку и в рюкзак. Нет, ничего. Ресурс. Ты ничего не дашь. В рюкзаке ничего не дают, да, ресурс? Нет. Ну, по целям, может. Ну и все получается, да. Дружиться мне... А, ну с кем-то из вас. Да. Неважно вообще. Сержант. Где ты запомнил? Дружусь с пёсиками. Это взброс, это сюда, и у нас конец игры, да? Угу. Конец хода. Ну, получается, что так. Итак. 6. Все, в конце игры вот это, плюс добавляем очки каждый за форт. Угу. То есть у меня 9, 15. И за выполненные цели. У меня фенечки. В конце игры получить один за каждую матч, что у вас есть, кроме этих монет. Жокер. Если у вас есть все 6 мастей, получите еще один. У меня есть все. У меня есть это. 1, 2, 3, 4, 5 и. Что, книжка 6? 1, 2, 3, 4. 7 очков. Вот она у меня 5. Короче, 7 очков. Пипец у Фила очков, конечно. 15 плюс 7. Вот и все мои очки. Алим. Да уж. 23 за форт, это 24. 24 ставь. У меня цель. В конце игры получите 8 очков, если у вас больше всего карт. О, давайте считать. Поэтому она копила. Эти же тоже считаются во дворе. Можно смешивать, да? Да. Они же сброс уходят, если их не забывают. Да, собаки считаются? Считаются? И это сброс твой. Это не... Собаки — это собаки. 4, 5, 6, 7, 8, 9. Можно так спросить?
Ты, кстати, забыл, у тебя же собак больше всех, наверное. Нет. У нас равная с Никитой, мы по 7 получаем. Получайте. Никитос, я тебе за собак кинул. Спасибо. 18. 19. А, эти тоже? Ну да. 18 плюс 3, 21. 20? У меня не больше. У меня 21. Нет. Все. А эти считаются? Да. Ну, кроме собак. 17, 18, 19. У меня 20. Фил, тебе 21. Не больше. Не больше, не выполнил. Никит? Так, ты мне накинул, да, за собак? У меня плюс 16. Сколько там? 17 плюс 16. 33. 33. Угу. 33. Стопудово. Да, да, да. 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 Так, ну и поэтому большие планы. В конце игры получите одно очко за каждое действие форт на ваших картах. О, раз, два, три, четыре, пять, шесть. Это, по-моему, все. Подожди, ты эту карту как два посчитал? Там за два каждое действие, да. Угу. Да. Раз, два, три, четыре, пять, шесть. 39. Ну и тут, по-моему, у меня фортов нет. А, у меня одна кошка еще посадила. А, и кошка еще, да. У меня тоже одна кошка. Подожди, стой, это чё? Моё. Ты не догнала меня? Нет. А, у меня же 7 было за этих. Одна, потом мне один. И мне один. Алине. Алине один. Как не ловлю сички. И Алине, да, один. Я уже дал, а. У меня 24 было. Всё, меня давай, считаем. Ну, 23 за форт, 15 плюс 23, 38. Угу. За корону 4. Красава. Раз, мне 2, чуть-чуть не хватило, 3, 4. И цель, заначка. По одному ресурсу, по одному за каждый ресурс в вашем рюкзаке. Вообще плюс зашло. 7. Вообще зашло. 49. Прям зашло. Да. Да, красавчик. Красавчик. Так. Если бы Фил не забрал мою собаку, я бы хотя бы Дениса бы обогнал. Ну, сорян. Точно, у меня бы было тогда 20, у было бы 20, и у тебя 20. 20 да. И мы получили бы по 4 очка хотя бы. А. А ну, Денис Володов не догнал. Опять я на втором месте. Так у меня 20, у тебя 21. Да, я... А, да, у тебя больше было бы, да. Ну, вот так вот, так. Ну, давайте по игре, что? Что-то грустно все такие. Да нет, не грустно. Мне понравилось рассказывать правила, но второй раз играть я в нее бы не сел. Да. Не знаю, у меня какое-то впечатление от нее скомканное очень. Даже не могу сказать, что именно мне не понравилось. Вроде бы все как здорово, прикольно, красочно, но вот как-то, не знаю, дискомфортно. Но ты не можешь чисто субъективщина. Ну, не то чтобы не могу сформулировать. Ну, мне не понравилось оформление. Мне не особо впечатлило... Да я не знаю, как-то не знаю. Сложно сказать. Ничего особо не впечатлило. Средненькая игра. Ну, как бы не скажу, что она привела меня в восторг. Второй раз, говорю, я не села бы играть. Но, как бы, если не субъективно оценю, то вполне себе имеет место быть. Никит. Да, интересная, прикольная игра. По визуалу, ну, такое на любителя по визуалу. Угу. Мне соглашусь. Тоже стиль не очень нравится такой, как бы. Вот. По игре. Да, игра интересная. Почему? Ну, она эмоции вызывает. Но это аттракцион. Тут на самом деле такие рандомные вещи происходят зачастую, которые могут просто тебя выкинуть в лидеры. И наоборот. Дениски весь ход не выходили, собаки всю игру. Каждый раз, как он заканчивал ход, приходила собака, и она идет следующему игроку. Вот, Филу прям офигенно зашло с портфелями, с этими, с ресурсами, классно. Но игра аттракцион. Не знаю, у меня от нее остались положительные впечатления, как бы, опять же, нету такого осадка там при проигрыше или победе. Ты не ликуешь, ты не грустишь. Как это, да, вот она нейтральная. Да, я не знаю почему. Ну, прикольно посидеть, поковыряться в карточках, повыстраивать себе такой немного рандомный механизм. Повезет, не повезет. Почему бы и нет?
Да. Ну, прикольно. Вроде тоже классно скомбилось. У меня было выдуманное правило по поводу количества игр. Я набираю по две карты, и я была полностью уверена в себе. Просто. Не, ну, есть интересные какие-то находки. Вызывает в некоторых моментах прям эмоции реально. Да, нет, а, сидишь, что-то болеешь. Денис злится. Алина расстраивается. Фил ликует. Ну, прикольно, прикольно. Ну, есть же эмоции, значит, со что. Не, ну знаешь, есть вообще эмоции, очень значит, спорное значит. Суждение. Так, ну это такой колодострой с интересным взаимодействием вот этого колодостроя, что те карты, которые ты не сыграл, у тебя их могут забрать. То есть нужно думать, что сыграть, а что оставить соперникам. Вот, у нас было такое более нейтральное, мы мало друг у друга карты забирали, но было такое. Вот, вот это взаимодействие прикольное, интересное. Но, что, по оформлению. Ну, оформление это рутовский художник, там, кому-то нравится, кому-то нет, не знаю. Мне оформление нормально, потому что, ну, здесь прикольно нарисовано, подобраны всякие клички вот этих ребят. Ну, то есть, ну, так, интересно, это, вот эти там, то каляка-маляка, там... Ну, весело же. Вот. Да как ты знаешь, по нашему выражению вот, лица не особо. Понимаешь, и по идее оно должно быть веселой какой-то такой игрой, там, типа, о, там, я, там, сержант, ну, не знаю, мне было очень скучно. Она вообще настолько дико скучно шла, без допа, как не играть, вообще не представляю, я бы, наверное, заснул бы, потому что... Хотя бы какая-то битва там за собак была, коты эти там, где бегают. А без этого, ну, вообще что-то непонятно. Я считаю, что доп тут обязательно нужен. Вот. Она играется должна быстрее. У нас почему-то были какие-то дикие даунтаймы. Да. Потому что Никита опять сидит по полчаса, думает. И я уже, я думаю, пойду чай попью, еще что-нибудь. Вот. Тут в эту игру не надо тут сильно думать. Зашли тебе карты, замечательно, ты Филипп, и ты на коне впереди. Не зашли тебе карты, ты Денис, и где-то там ты ползешь. И все. То есть она должна быть веселая, но почему-то она не оказалась веселой. Я почему-то ждал, что она будет прям веселее играться. Вот я ж это и хотел сказать. А я не увидел здесь веселья. Почему ты не увидел веселья? Потому что даунтайм. А даунтайм не потому что, ну реально, там некоторые игроки долго играют или нет. Ну тут сама по себе, ты там карты набираешь, изучаешь, тут зависит от хода другого игрока, сыграешь ты карту или нет, тебе надо подумать, или оставить ее на свой ход, или сыграть и получить ну, бонус. Она сложна сама... для концепции, просто тут... сама механика сложна для концепции, то есть она должна быть такая простенькая, быстренькая, а на самом деле ты сидишь... Но быстренько не будет, она будет даунтаймить, потому что ты сидишь и ждешь свой ход от трех игроков, а каждый игрок выполняет порядок из 5 действий. То есть ты реально 15 действий сидишь и ждешь свой ход. Тут как ни играй быстро, она все равно будет с даунтаймом. Не, ну тут видишь, даунтайм они пытались уменьшить, введя вот эти вот одновременные действия, что ты можешь повторить. То есть ты все-таки следишь за тем, что делает игрок. Да. И так, что ты просто... Ну типа вовлеченность есть. Есть, но не знаю. Но вот даунтайм будет прям в любом скучно случае. Оказалось, реально. Я ожидал от него. А так прикольно. Из-за даунтайма скучно, с этим я да, согласен. Да, я думаю, если кто-то ждет от нее что-то похожего на рут, и это вообще не то... Угу. Просто, да просто художник. Ты не играл? Ну, я же смотрю. Ну, просто всем сравнивают, потому что художник один и тот же, тут стилистика и так далее. Я думал, вообще что это не совершенно другое. Совершенно другая игра, но она, тем не менее, она неплохая. Я не скажу, что там игра плохая, но вот что-то, наверное, я все-таки, это у меня вот сыграло вот это вот ожидание. И они вот не сошлись с реальностью. Блин, чё? Я вообще так разочарована была. Я всю игру с уверенностью, что я побеждаю. Серьёзно? Просто такое вообще разочарование. Ну, опять же тоже, касательно оформления, Никита как-то до этого сказал то, что вот игра, если выглядит вот так вот миленько, простенько, она играется легко. На самом деле не так. Вот эта игра тоже выглядит миленько в прошлой игре, ты говорил. Вот она тоже выглядит миленько, простенько. Тут какие-то простенькие картинки, все ярко. И концепция вроде, йоу, пицца, друзья, пойдемте соберемся, построим дом. Но она, механика, вынуждает тебя в такое, вообще ты просто сидишь, о боже мой, убейте меня прям вот сразу. И ты сидишь и прям вот, ну как-то, я не знаю. В смысле, сложно было или что? Нет, не сложно, просто, ну она недостаточно веселая, недостаточно... Ты на расслабоне в нее не играешь. Ну, что подразумевает под собой веселая игра, по-твоему? Ну, типа, ты особо не думаешь над ходами. И нет, такая, я имею в виду, ну она не на расслабоне, типа, ты в напряге прям всю игру играешь. Не знаю. Ну, типа, простые элегантные механики, они здесь... Нет.
На расслабоне играешь, когда весело, когда и простые, элегантные механики. Здесь механики непростые, не элегантные. Они заставляют думать. Они заставляют прям подумать. Я же говорю, из-за этого и даунтайм. И ты сидишь и думаешь, сыграть мне сейчас играть на это, потом или вот это. То есть тут вроде бы как бы просто, тут действий-то всего ничего. Но опять же, мы в этих действиях все сидели путались. А это что? А это скопировать рюкзак или скопировать еще что-то? Ну, короче. Да, можно я уже скажу? Ну, во-первых, я люблю колодострои. Я много в них играл. Я наслаждался всю игру, не знаю, мне, начиная от концепта, от артов зашло, и механики тоже. Только уже здесь псы? Нет. Ну, на самом деле, прикольные вот эти клички, да, то есть подобранные, прикольные у них картиночки даже, та же там мадама, они, ну, как будто с каким-то характером. Вот, по механикам, на самом деле, среди колодостроев здесь довольно плотное взаимодействие, которое, опять-таки, ну, говорю за себя, я даунтайма не чувствовал. Да ладно. И игра идет постоянно, и ты думаешь, вот у тебя рука перед тобой, и ты видишь, какую игрок играет карту, и ты думаешь, так, вот эта карточка, выгодно ли мне ее сейчас сыграть и получить вот сейчас эти ресурсы, и эту карту тогда мне придется кому-то передавать и во двор, то есть я плюс и карту свою защищу, если она мне нужна, вот, и что-то, какую-то выгоду получу не в свой ход, и планируешь уже действия заранее, то есть вот эту карту я там приберег уже, так, все, эту я играю, и тут раз такой соблазн, блин, может быть сейчас ее вложить, потом это, у тебя постоянно идет какая-то игра в голове. За счет этого я лично даунтайма не почувствовал. Мне было прям вот интересно всю игру. Взаимодействие по поводу того, что вы там друг у друга постоянно кого-то переманиваете со двора. Оно и концептуально вписывается, и механика, которая поддерживает вот мысленную деятельность на протяжении игры. Среди колодостроев, я вот честно скажу, вот такого вот еще не встречал. То есть, да, там колодострой привыкли, там быстренько карты прогнал, бах-бах-бах. Эта игра чуть более такая вот помедленнее, тем более мы играли на четверых. Mm-hmm. Колдострой обычно, ну там, на четверых он и играется подольше. Те же Звездные Империи, вы на четверых сядете, ну это, блин, часа полтора. Здесь... Мы играли два. Да, такой игровой процесс, он не, скажем там, что вот прям вот, я не знаю, чего ждал Денис, конечно, чтобы тут веселье какое-то было. То есть, ну, может быть, динамики не хватило в этом плане. Говорю за себя, то есть у меня игровой процесс постоянно шел. За счет этого мне динамика понравилась. В принципе, что добавить, не знаю. Ну, вот ты... Мне очень игра зашла, не потому, что я победил. Не-не-не-не-не. Мне тоже игра зашла, мне тоже было интересно, на самом деле, я был очень вовлечен. Но почему ты не ощутил? Вот ты был вовлечен в игру других игроков. Кто как ходит и играл от этого. А я, опять же, играл от своих карт. То есть у меня как было? Я 5 карт взял в конце своего хода. Такой, ага, вот эти 3 я сыграю. Все, сижу с этими двумя. Кто-то сыграет. Mm-hmm. А, нет, не заходит. Это же а, не заходит. Инфографику я как-то вот, очень... Да, и поэтому ты сидишь вот так вот и ждешь 10 минут, пока... Ну, может быть. Может, от стиля игры зависит. Да, то есть я постоянно вот играл... Я так же, да, я играл, да, от своих, я смотрел, да, вот, ага, мой ход будет вот таким, потому, да, что мне это выгодно. У меня осталось 2 карты, что там с корона? Нет, да, мне не подходит. И ты сидишь. Да, и ты сидишь, ждешь. Или особенно ждешь, когда игрок сидит, так, мне сыграть эту или вот эту, эту или вот эту, или вот эту. Нет, вот эту. Вот. Короче, не знаю, да, вот, наверное, динамики мне не хватает. Динамики не хватает, я не спорю. Либо сокращать количество игроков, либо садиться играть уже опытным игрокам, когда ты, да, хорошо, да, ориентируешься в инфографике. Да. Мне инфографика простой показалась. Все очень логично, усваивается визуально. Вот это путаешься, вот это. Да, вот это... Она не сложная, нет. Ну, это себе в рюкзак, это другого игрока, вот, типа... Ну, но это все надо запоминать. Там, как рюкзак, раз-таки, это рюкзак. Ты свой рюкзак. Свой рюкзак. А это не себе в рюкзак. Копируешь у другого это игрока. Это все равно требует рюкзак. Время, вот это все запомнить. Не, ну, иконографика не сложная. Это не тут сложно, но не время требует тут, как бы не поспорю. Она не интуитивно понятна. Ну, я от себя говорю, что мне было интуитивно, в принципе, понятно. Ну, может, какие-то нюансы там и были. Все равно приходится поглядывать постоянно. Ну, для этого памятка есть. Ну вот. Да. А это тоже даунтайм. Поэтому, когда ты уже знаешь в голове все эти, ты быстрее раскидываешь. Извини, конечно, но ты очень много спрашивал. Там, типа. Не, так, было, а, да, уточнение. Карту на вышку это какой? Это, я говорю, ну в памятке написано. А вот это, ну в памятке написано. Вот. Я несколько раз. Ну, всегда же проще спросить. Всегда же проще спросить, все равно. Да, мне в этой игре понравилось, правильно сказать.
Ну вот так. В общем, вы услышали разные мнения. Да. Нужна вам лично эта игра или нет. А, по поводу допа, я не играл без допа. Это вот первая партия сразу с допом. Я думаю, что без допа было бы, да, действительно скучнее. Mm-hmm. Доп здесь нужен. Потому что убирается вот эта вот конкуренция за собак и убирается конкуренция за котов. Это тогда и вообще... там остается только конкуренция типа вот за дворы. Угу. И то, мы как, часто мы брали у соседних дворов? Нет, очень редко. Несколько раз. Потому что ты обычно у себя во двор выкладываешь всякую шушуру, которая другим будет не нужна. Ну видишь, не факт. Тебе не нужна, Никите нужна. Оно еще многое зависит от того, зайдут тебе карты под эту, чтобы ее разыграть. То есть, если ты там какую-то там масть набрал. Ну да, да. А может, у тебя два важных действия зашли, и ты и то, но ты оба действия не можешь сыграть. И ты уже выбираешь одно, а это у тебя по-любому попадает во двор. У меня такой. То есть карта-то может быть и хорошей. Угу. Ну. Вот. Или вот ты хочешь там собаку в будку, а тут действия, блин, тоже. Ну, в любом кайфовое. Случае, без собак динамики, без котов динамики такой не будет. И это вообще будет. Вот ты выложил и сидишь, ждешь потом. Вот кто там, что ты. Ну, это будет моим ходом и сидишь. Но оно будет значительно это проще. Значительно прям. Минус проще. Динамика. Да, поэтому, ну, типа, я считаю, что доп must have, если сама игра нравится. Да, если вам игра зашла. Ну, опять тоже, мы пожаловали, что динамики нет, при этом мы конфликтно не играли. Со двора не забирали, ничего не воровали. Подожди. Ну, а если не нужно было, зачем? А ты можешь брать только то, что во дворе. Если оно тебе не нужно, ты не берешь. Ресурсы ты воровать... Ну, блин, были карты на воровство ресурсов? Там какой-то не бонус был. Это от собак был, опять же. Там и то, это один что-то раз в такое, год. Что-то такое, по-моему, от собак. Вроде бы, я не буду спорить. То есть тут реально таких карт нету, чтобы подгадить кому-то. Возможно, этого и не хватает. Было бы больше. Не, ну вот динамики. Мажор тут есть он. Вот удалить карту со двора да. соперника. Mm-hmm. Да, и все. Ну, удалит он у тебя карту со двора соперника. Ненужную тебе. О, спасибо. Может быть. Там. Очень круто, спасибо. Ну да. Можешь забрать. То есть тут нету конфликта, просто тут, возможно, просто игра, ну, видите, была рассчитана быть, на то, чтобы а мне кажется, должно у нас настолько хорошо в руку приходили карты, мы как-то этим оперировали, что нам и во двое карты были нужны, и в руке нужны, поэтому вот этого мы боялись бы. А так мы всю шушуру скидывали, конечно, нам это не страшно. Я думаю, что если они сделают какой-нибудь допчик, который будет регулировать, добавлять конфликтность, который можно включать в игру это было и хорошо, играть конечно. Без него, это было бы большим плюсом. Конечно. Если вот, то есть эта конфликтность, если будет настраиваться, то есть сейчас игра, да, она такая, ну, практически не конфликтная. А если бы можно будет настраивать. Вот лично мне не хватило такого тут... момента. Это типа можно вот друзья, типа вот с этими играть не рандомными, а вот выбираешь эти. С тех пор, как дядя подарил корешу старые летные очки, то есть тут еще немного бэка. Подожди, для персонажей стартовых. Так это надо было выбирать. Не, не надо, можно на рандоме, можно так. Можно случайные, а можно каждому вот такие, да? Угу. Ну, я так понимаю, да. Нет, подожди, а в правилах что по этому поводу? Там не просто типа две карты, получите две карты игроков, ну как бы. Так асимметрия или нет? Ну типа на рандоме они раздаются или как? Ну ты ж читал. Ну там не было про рандом или не про рандом, а просто заднюю сторону. Обычная вот есть подготовка. Да подожди, ну я уже взял. Есть упрощенная, есть обычная. Раздайте две карты лучших друзей, там было написано. Там каждый участник берет планшет игрока, две карты лучших, упомянутые на обороте этого планшета. Серьезно? Двоигровой обычно, как обычно. Блин. Ну все, садимся заново. Ну это мой косяк, извините. Я должен был с ними играть. Да, они типа, ну... Стартовые, конечно, балансируют. Хорошие ребята. Ну, поздравляем Алину с дебютом. С корявым и плохим. Ладно, ничего страшного, я думаю, сильно мы не поломали. Ну, два рандомных, ничего страшного. Ну, да. Мне, кстати, у попался... У кого-то одинаковый. Мне попался тот же самый, что у меня был. Ну, тебе два попалось таких, да? Нет, мне попался этот, а второй у меня другой был. У меня кидало был. Они идентичны с этим. А у тебя? Ну, так у тебя два вот таких было, да. Которые давали ресурсы. Ммм. Ну, понимаешь, что? Понятно, почему. И двое с монетками. Подожди, так они... Они за баланс. Они одинаковые все. Нет. Ему зашли вот эти два. По свойствам, смотри, да. Смотри, оба с монетами и с одинаковыми свойствами ему вышли. А, ну тут разная только вот эта масть, потому что а здесь ресурсы, этого ресурсы, не удалить было. Карту, да. Удалить карту, свойства форт, у всех одинаковые. А у кого-то да, этого масть, не было. Масти разные, дело да. только в масти. Ну, в масти и... Понимаешь, Филу, получается, одно свойство с фортом не зашло, зато зашло два вот с этим. А кому-то у меня чистка было колоды не зашла. Да. Ему чистка колоды не зашла и ресурсы. Я известилась. Да ладно, бывает. Ну да. С вами был канал Твой Игровой. До новых встреч.
Разноцветные игрушки выносил Филипп во двор. Говорили все старушки, что он их у Дэна спер. У Дениса во дворе жил огромный кот-пельмень. Был он белый и ленивый, и на массу лишь давил. А Никита кирпичи воровал со стройки. Вот узнает дед Никифор, жахнет из двустволки. Лучшие друзья Алины — те, что пиццу принесут. За нее и форт построят, и врагов всех разорвут. За острячку лось впрягался, и рюкзак за ней носил. Очень паренек старался, даже форт ей посвятил.